Suicide Squad! Attack! Ну что, друзья, всем привет, вышел патч 7.27b, теперь это изменение героев. Предлагаю вам посмотреть подробнейший анализ, что, как, куда, почему, есть, на мой взгляд, пару намечающихся имбалансных героев. А в качестве катки на сегодня это вчерашняя турнирная против команды Инбосика. Спойлерить результат не буду, но вот тайм-код, либо внизу в строке YouTube, я сейчас его записываю, можете там перейти сразу, кто хочет посмотреть. Напомню, что идет сейчас турнир за 700 тысяч рублей, и я в нем участвую, и Тейчеса на этом турнире банить нельзя. Играю вместе с Бахой. Кстати, там же, ну почти, вот тайм-код, будет дуэль 1 на 1 мид онли против Бахи. Как бы, да, мы с ним небольшую тренировочку такую сделали перед матчем. Думаю, тоже будет интересно посмотреть. Так, ребята, всем привет, ну что, поехали, посмотрим, что за патч. Так, перевода нету, ну и бог с вами. Следующие предметы больше не могут быть разобраны. Abyssal Blade, Mjolnir, Silver Edge и Solar Crest. Ну, я не особо часто видел, чтобы их разбирали, на самом деле. Привет, что делаешь? Да вот патч вышел, героев поменяли, обозреваю. Ура, ты часы удалили? Нет, а что ты радуешься-то, если его удалили? Мне так понравилось на стримбете против тебя ставить такие коэффициенты большие. Вот думаю, в конце этого ролика выиграю я или нет. Ну, я надеюсь, что все-таки проиграешь. А так, ребята, действительно, на стримбете можно ставить на мои игры. Сейчас идет турнир на 700 тысяч рублей. И я там полноценный участник. Тейчеса там банить нельзя. Поэтому срочно залетаем туда и смотрим, вместе со мной играем, вместе со мной. А это хейтер. Нет, это он, когда узнает результаты катки. Не спойлери. Эхо сабли не может быть разобрано. Дискорд не работает на БКБшных юнитах, в принципе, логично. Рецепт. Короче, МКБ чуть подороже сделали, Лёр чуть-чуть ослабили. И Мидас чуть поприятнее сделали, потому что его бафнули, но все равно никто не стал покупать. Теперь его бафнули еще сильнее. Герои. Абадон. Базовая хп-регенерация увеличена. Мистикуэл Рэндж увеличен заметно, на самом деле. Но в целом, короче, минорный такой малюсенький бафчик. Алхимик. Радиус стана увеличен заметно, потому что это же АОЕшка, правильно? И талант усилили, талант усилили. Алхимика под бафом, я бы сказал, посильнее, чем Абадона. Да, то есть... давайте так. Вот у нас пусть будет 5 тиров бафов и нерфов. Вот Абадон тир 5 баф, Алхимик тир 4 баф. Аппарат. Вортекс. Монокост уменьшен. И таланты по мелочевке тир 5. Тир 5 бафчик. Антимаг. Ослаблен. Спасибо. Спасибо, Габен, я знаю, что ты смотришь, я знаю, что тебе нравится, знаю, что ты постоянно со мной рядом здесь, у самого сердечка. Спасибо тебе, спасибо. Люблю эти моменты. Так, чуть подбафли парни на Вардене, но не сильно. Так, поменяли. 15 кд редакшн. Парни бафнули сильно, тир 2 баф, я бы сказал, тир 2 баф. Акс. Чуть получше ульта стала работать. Бафнули ульту на 20-м. А так спид убрали. Что у него было до этого? 2 маны в секунду. Контрхеликс. Ну, я бы сказал, тир 2, тир 3 баф, наверное. Забавно, сегодня гостик на ютубе выпустил гайд по Аксу. Акса поменяли принципиально прям. Так, Бейн. Атрибуты уменьшены, базовые. Ой, как, слушайте, Бейна нерфанули. Сильно нерфанули, на самом деле. А здесь... Пытаются форсить на Spell Amplification, но здесь, конечно, все будут брать дальность все равно. Бейн очень неприятный. Это прям вот стартовый монокост. Прям ужасно. Ну, тир 3 нерф, я бы сказал. Так, Бэтрайдер. Ловкость улучшили.
Секи Напалм ослабили. Улучшили Аганим. Плюс 5 Секи Напалм дэмэдж. Ну, это мощно так, это как пятый уровень прокачки этой штуки, правильно? 250 здоровья. Для, если ты, типа, хорошо себя чувствуешь на бете, если вы доминируете, вообще топ. Так, Бисмастер очень важен. Кабан! Как же его сильно увеличили монокост. А топоры уменьшили. Хавк Вижн. ХП улучшили чуть-чуть. Слушайте, по-моему, это топ. По-моему, это топ. Все-таки бист берется ради кабанов. Снижение монокоста на 15, пусть даже на... Ой, не ради топоров, да, ради кабанов. Снижение на топорах монокоста не сильно поможет. Я очень надеюсь, что мы будем реже видеть Бисмастера. Реже видеть будем антимага, реже будем видеть Бисмастера. Пока патч просто... Тейч из патч, что называется. Можно еще, пожалуйста. Подбафли БС, вообще его не видно было. Резонно, что его трогают. Переработали Blood Rage. Spell Amplification дает теперь. Что? Высасывает 30% максимального ХП. Ну, короче, как было. Работает как было, получается. Так, что ли, или что? Нет, подождите. Он высасывает. Он высасывает ХП, как пугна. Это по-другому, скорее всего. Типа not lethal. Нельзя так задинается, как пугна динается. Blood Rage can now be cast without interrupting movement. Ага, и ты как бы когда бежишь, ты можешь его повесить, вообще не переживая за ему. Ну, типа, ты не останавливаешься его кастить. Так. Атак спид больше пассива не дает. Вот здесь вампирику добавили. И типа половина вампирики есть рядом с героем. Вот это как раньше вернули, ну и... Сложно сказать, но по идее должен быть как бы баф БС. Я что-то очень много вижу вампирики на третьем, на первом. Правда, он теперь медленный стал, я так понимаю. У него нет ускорения. То есть он бегает теперь как обычный человек. Интересно. Так. Осуждаю, что там было написано на всякий случай. Не знаю. Армор улучшили, атак спид улучшили. Ну, короче, подбафали блодсикера. Как бы я только за, пусть появляется по КД, и я буду рад. Это, я бы сказал, наверное, тир 2 баф. Скорее всего, будет тир 2, тир 3. Манреген базовый добавили, его не было, оказывается. Ну и, в принципе, чуть подбафали, да, тир 4 баф такой. Так, Брюмастер чуть много всего. Thunderclap больше не дамажит иначе для грипов. Раньше, видимо, дамажил грипов как-то меньше или больше. Монокост уменьшен. Дэмэдж изменен. Меньше урона на старте, больше в конце. Ну, опять же, да, соответственно, монокосту. И анимация обратной атаки ускорена. Сделали больше МС. Слушайте, вот это баф. Ну, типа, парни откровенно бафнули. Это, я бы сказал, тир 3 баф, наверное, для... Брюлика. Бруда. Офигеть, мы только две буквы алфавита пока прошли. Вы чё? Так, Агилити. Бруда бафнута. Заметно бафнута. Очень даже заметно бафнута. И макрезист паучков уменьшен. Какая красота. Им дали хп, уменьшили макрезист. Бруду буду чаще пикать, а я буду еще чаще ее разматывать в миду. То есть против Тейчеса ничего не изменили, а именно Бруда как герой стала, конечно, сильнее. Это тир, я бы сказал, сколько? Ну, тир 3, тир 4 баф. Ну, тир 4 баф, наверное. Да, но очень приятно для меня. Пока меня ни один герой не разочаровал, что здесь происходит. Ретарейт больше не имеет активного компонента. То есть это больше не активка. Возвращает силу как урон. Базовый урон ретлейта уменьшен. И вышкам он наносит меньше урона. Ну, наконец-то эта штука. Больше он не может пушить как ненормальный, потому что стоит и типа в него вышки долбятся. Дабл эдж бафнули. Хуфстомп. Бафнули. То есть, ну, стан чуть короче стал, но в целом-то крутая тема. Все, ему попроще сделали.
Слушайте, нет, ну это тир... Тир 4 бафнер, это то, что сложно ценить пока импакт от ретолейта измененного. Хаос Найт, Хаос Страйк. Сделали просто 30% вместо КД. Это очень жестко на самом деле, потому что КД был, если не ошибаюсь, 4 секунды или что-то такое. Я уже не могу проверить. На ранних уровнях точно был маленький, ну, типа, большой. А сейчас получается вообще ненормальная тема. 30% шанс, жесть. Хорошо, что сделали шансом, потому что до этого типа просто калькуляция проводила, а так... Ну, это баф, я считаю. Это баф. Все равно. Он будет чаще проклят. Атак спит, ему развиваешь, все, он вообще нормально регенится. Фантазм. КД уменьшен. Иллюзий, правда, меньше стало, но... Исходящий... Его прям мощно бафнули, посмотрите на это. Вот это баф ЦК. Жесть. КД редакшн увеличили. А что с тобой вообще не так было, ты герой? Здесь еще сохранилось, интересно, его винрейт, вот это все... Где он? Я знаю. Тренды. 53. А че вы? Ну его никто не пикал. В этом суть. Типа его вообще никто не пикал, поэтому они решили это сделать. Но это прям тир, я не знаю, тир 2 баф. Тир 1, может даже баф. Я не... Очень сильно фантазм переработан. Причем 100% урона от люди так и осталось. И типа на максимальном уровне прокачки он становится супер жестким. 75%, 75 секунд КД. При том, что у тебя еще есть КД редакшн, он всегда будет фантазм. Это тир 1 баф, я не знаю, ЦК имба этого патча. Он сейчас будет просто в каждой игре. Опять же, мне на Т-части он не особо напрягает, поэтому это круто. Клинкс. Больше инты получает, а так поинт. Теперь приятнее оттачить. Стрелы больше урона. Монокост, правда, тоже чуть больше. Стрейф. Снова базовая обилка. Атак спид, вот это эвэйжен. Уклонение, то есть. Длится 6 секунд. КД, монокост, окей. Он теперь может кастовать спылы без выхода из инвиза. Вернее, армия теперь относится к скипетру. Ну да, агониму типа. Ульта. Деспакт снова ультой стал. Сто процентов как здоровье. Жесть. Прикинь, катапульту съесть на кинзе, какой жирный будешь бегать. Правда, раз в 5 минут. 65 секунд длится, и КД, ну, в лейте получается 0. На кост оранж 900. Ну, клинкза, короче, вернули, кем он был. Меня такой клинкс, опять же, не напрягает. Наверное, даже приятнее против него лейнить на миду становится, потому что он не может поджирать терпипов, ему надо до что терпеть. А пусть что, уже пофиг, у тебя здоровье, все равно взорвешься. Талант. Мана реген дали, это круто для него. Ого, сделали, что типа на 10-м ты можешь на выходе из инвиза самонить скелетона. Прикольно. КД волка. Не могу сказать, что типа Burning Army был какой-то супер крутой спел. Мне кажется, то, что его и переработали, это круто для Клинкза. Я думаю, тир 2 баф. Вот если ЦК тир 1, то тут тир 2, наверное. 50%. И 5, плюс 50, и 5% здоровья урона. Он 25-го вообще какой-то нереальный, что ли, становится. Что там у него альтернатива? Несколько целей. Ну да. Типа, ну на 30-м Клинкс вообще бешеный какой-то станет. Просто супер толстячок. Окей. Так. Тир 2, тир 1 баф, я бы сказал. Клок. Нерв. Интересный талант на 15 на самом деле. Плюс 1 хит. На пауэркоге. Но вообще это нерв клока, потому что по факту у него, во-первых, силу отняли, что важно. Во-вторых, ракетка 2 секунды, это реально заметно. Всегда вижн решает. Я бы сказал, это тир 4 нерв клока. ЦМ-ка, базовая скорость. О, увеличили на 5. Базовая инта увеличена на 2. Резинфилд радиус
Сцептер дилей. Да что-то не особо, ну типа под баф или терпеть баф, я бы сказал. Так, вот этого парня явно надо было менять, его никто не пикает. Ловкость увеличена, армор уменьшен. Но как бы да, этот единица армора, которая здесь теряется, она вот тут появляется. Вакуум монокост уменьшен. Заметно, очень заметно. Дэмэдж увеличен, тоже заметно. На 50. И КД... Refined. Что? Что это такое? Я не понимаю, что это значит. Wall of Replica замедляет на подольше. Талант. Радиус Айон Шелла, круто. А, он и так был на 15-м. Угу. 400 здоровья. А, не, подождите. Айон Шелл дает 400 хп. Не, это баф. Тир 3 и тир 2 баф Дарксира. Тир 2, наверное, баф Дарксира, я бы сказал. Вакуум слишком сильно... Слишком сильно он стал. Очень комфортно им пользоваться. Ну, ладно, давайте тир 3, тир 2 оставим так. Дарк Виллоу. Радиус короны увеличен, но не сильно. Террайз быстрее возвращается. Return Speed это что? Сложно сказать, не понял немного. Увеличили стан в 10-м. И Shadow Realm КД, это же жестко. А сколько у тебя КД Shadow Realm атак? 14, минус 2 секунды. А сколько ты в нем сидишь? 5. Слушайте, нет, ну круто. Крутой талант на самом деле. Так между чем и чем она будет выбирать на 15-м? Урон Бедлам. Ну, нормально на самом деле. Типа, неплохая тема. Я бы сказал тир... Тир 5 баф, тир 4 баф, вот так. Дазл. Талант увеличен. Полтора манергена. 1.75. Бджжу. Ну, бафнули тир. Тир 5. Ой, тир 5, тир 4 баф. Дазла. Немного неприятно, потому что парень любит собирать некрочи и так далее. Но вроде их сейчас стали гораздо реже покупать все равно. Хотя на Дазле возможно будет. Death Profit. Приятнее стало пользоваться Крипсформом. Быстрее стало пользоваться им. И подбафли таланта немного. Терпеть баф. Да и бог с ней, на самом деле, никогда не парил. Дизраптор, кинетик филд, радиус увеличен. Пофиксили наконец-то баг с Глимсом. Эй, здравствуйте, наконец-то. Использовали этот большой патч, чтобы замаскировать тот факт, что они исправляют все-таки баги в доте. Талант изменен 20 макрезиста. 2 секунды кинетик филд, кулдаун. С 3 до... Слушайте, ну это... Сейчас, что он еще на 10 выбирает? Да, это баф. Это баф. Я бы сказал, что это тир... Тир 4 баф, наверное, даже. Я не знаю. На 15-м что? Дальность заклинаний. А-а-а. Нет, ну... Нет, это тир 4 баф. Полторы секунды статик шторма. Вы серьезно? Вы серьезно? Сколько он вообще длится-то? 5 секунд. Это же просто дичь. Ты покупаешь... Жесть. Ну это нереально. Не, ну это очень круто. Дизраптор. Типа, если на 4 дизрапторе, ты будешь отобрать и пипец войти просто всем. Doom. Армор увеличен, атак рендж увеличен. Деваур больше золота дает. Причем намного больше, посмотрите на старте как много. И регент поменьше. Ну, не сильно, не будет рогать особо. Анимация этой земли уменьшена. Ну, типа, это тоже баф. Быстрее все будет происходить. Талант изменен на 2 секунды Дума. 16 урон, 2 секунды Дума. Очень круто для саппортов, опять же. 3 секунды Doom Duration. На Scorcher's Damage. Ну и золото обычно берут слева всегда. То есть да, наконец-то теперь Дума у него просто дольше будет длиться. Ё-моё. Ты где? Сколько дум хочу посмотреть длительность у него? 16. 2 секунды, но заметно на самом деле. Тем более на 10 уровне обычно 2 секунд может вполне не хватить на что-то. Draw Ranger. Базовый урон. А, разброс урона, ну, получше, поприятнее стал. МС побольше, армор получше. Бафнули ослепление, чтобы вместо атрибутов убрали. И...
КД мультишота уменьшились заметно, причем 6 секунд, очень сильно. Но это баф, баф дровки, я бы сказал даже тир 4, все-таки этот талант слишком сильный. На 15-м что еще есть, 10 ловкости, но мультишот КД явно будет брать, прям очень сильно. Так, Air Spirit, сила увеличена. Радиус действия, я так понимаю, увеличен. Урон с магнетайза увеличен. Теперь можно аганимом закаменеть себя и толкнуть себя. Ну, это жестко. Ну, типа тир 4 баф, я бы сказал. Я думаю, игроки на земле прочувствуют. Шейкер, фиссура. Длительность, как она стоит, уменьшена. Чуть послабее стал блок крипов там и так далее. Вот это все. Да и, в принципе, хорошая тема, потому что фиссура обычно... Ну, не всегда бы маг живут, скажем так. Enchantaten. Меньше анимация. 25 урона к 20 базового урона. Ну, чуть тир 5 нерф такой. Нерфичок, я бы сказал. Тир 25 я бы его даже назвал. Так, Elder Titan. Сила увеличена. Так, пофиксили баг. Быстрее возвращается спирит. Ага, больше нельзя продлевать баф. Это поднерфили. Ну, по сути, пофиксили баг, но по сути поднерфили. Талант изменен на 8 силы на атак спид. И атак спид на клиф изменили. 100% клива. Вау. Что это? Рфлосборочки в коре или что вообще они хотят? Ну, не знаю, типа, на самом деле, сложно сказать. Здесь Глеб, наверное, лучше бы сказал. Вот эта штука, по-моему, это важно. Но вообще, концептуально, в целом, Титан очень жесткий. И его, наверное, все-таки бафнули. Я бы сказал, что это баф, ну, уровня тир 5, тир 4. При том, что Титан и так очень жесткий персонаж, что просто если мы посмотрим тренды... Ну да, куда вы его бафаете? В смысле, понятно, что его редко пикают, но с ним стабильно побеждают на ХПТС. Ну, она просто не берется, вот и все. Как бы. Вот весь ответ. Так, ДПС от Флеймгарда чуть послабее сделали. Тир 5 нерв. Инты больше, поворачивается быстрее. Скипетр дает атака рендж, а то его вообще никто не собирал. Чаще хилят светлячки, тоже жестко. И талант... Тир 5 баф или тир 4, я бы даже сказал, если Агани начнет снова собирать, то будет тир 4 баф. Энигма. Малифайс урон изменен. Больше дэмэджа сделали все-таки. Да, потому что первый уровень роляет в какой-то степени. Так, таланты. Мак резист, миднайт пульс. Очень жесткий талант. 4 секунды миднайт пульса, вы что? Угораете? Это же вообще нереально. Это же имба спел вообще. 12 секунд плюс 4. Жесть. Дал он атак рейндж. Дал он хп. Никто и так это не брал. 12 секунд перезарядки, как бы это must have. А, это 10, подождите, это 60. Дал он хп. Кстати, ну, здесь интересно так, спорно. Malify stun duration увеличили. Вот в чем прикол. Особо ты так станешь. На одну секунду. А так 1.35 бы. Слушайте, ну крутая тема на самом деле. Будет над чем подумать ребятам на Энигме. И 25-й ослабили немного эдалонов. Ну, в целом, я бы сказал, что Энигма, наверное, типа терпеть баф. Что-то такое. Таймволк. Ага, баф на риски, потому что никто не покупает. Окей. Талант. Кастрэндж засунули пораньше, а КД засунули попозже. Но сделали пожестче. Слушайте, ну это баф, я считаю, Вайда. Я считаю, что это тир 5. Если начнут все покупать Агонис Хиппер, то тир 4 баф. Гримстрок, атака, рендж. Опять же, герой приятный. Типа, вот это очень приятно для меня герой. Если Вайда будет чаще пикать, только вперед. Атака, рендж Гримстрока увеличен. 500, с 550 до 575. Это у нас, ну, типа, ничего. Талант изменен 20 мс до 100 констренджи. На 10-м дали констрендж, это жестко. И на 15-м XVL MS тоже жестко. Это тир 4 баф Гримстрока.
Тир 4 баф плюс дракон, мне еще нравится, что ему сделали. Типа, это жестко. Это реально жестко. Десятому становится резко гораздо сильнее. Что не упомянуть это? А, ну слушайте, не зря его бафуют, посмотрите, он вообще пропал куда-то. Тир 4, может даже тир 3, не знаю, типа сторенджи на 10-м это очень жестко, когда из ниоткуда берется. Гирокоптер, базовая та увеличена. Ракета запускается быстрее. Флакан кдешится быстрее. Урона дали больше. ХП дали больше. Талант на 20-м сделали сильнее. Ну, тир 4 баф, наверное. Все-таки флэг кэнон на 2 секунды это мощно для кора всегда. Наверное, тир 4 баф. Вот так. Хускар больше ловкости, больше базового урона. Меньше откид. Лайфбрейк. Не носит урон Рошану. Ну, это скорее фикс бага, чем что-то еще. Такое принципиальное. И больше ренджи добавили. Ну, тир 5 баф Хускара. Вообще, хотя лейнить поприятнее стал на 2 урона и... Ну, тир 5. Типа агилити, он же все равно силач, правильно? Ну, армора будет побольше. Тир 5. Так, инвокер. Базовый урон увеличен. Фреш спирит лучше атакует. Не требуется мана на редьюс армора. Инвок больше не заряжает стики. 30% метеор дэмэдж. Вау. Подожди, а чего вы мне отображаете-то? Плюс 1,3 урона. А, это вы так процент отобразили? Интересные коэффициенты. Вау, ну это жесткий баф инвокера. Тир 3 баф, я бы сказал, наверное. Тут инбосик уже лучше скажет. Это же у них... Когда выиграл инбосик, как раз... накануне патча, который бафает инвокера. Понимаю, спасибо, ребята. Спасибо всем, спасибо, да. Удачи, это мое второе имя. Надеюсь, мы с ним в плей-оффе уже не встретимся. Как бы, ребята из... другие из нашей группы, страдайте. Но это очень жестко. Ну, воруйте инвокера тогда, наверное. Не страдайте, а воруйте инвокера. Это типа очень сильно. Хаос Метеор теперь очень сильно скейлится в лейт. Потому что 30% урона на таком спале, это вообще дичь. Так, висп. Базовый МС увеличен за 180... На 40! Тир 4 даже хочется сказать, не знаю. 40 МС это очень много, особенно учитывая, что виспы не любят так покупать. Но это... Тир 4 для виспов-саппортов, наверное. Коры все равно бегают с... Как это называется? С доминатором. Для коров, ну, тир 5. Так, Джакира. Dual Breath, Mana Cost... Больше стал. Монокост больше стал. Подбафли талант немного. Минус на секунду, я спас кулдаун. Жестко. Типа, здесь как будто нерф выглядит, но вот это баф. Я бы сказал, все равно тир 5 баф. Суммарно получается. Потому что 1 секунда, я спас кулдаун, это много. Это много. Джиггернаут, Омни Слэш. 40 атак спида. А, здесь мультиплеер уменьшен. То есть он на старте посильнее, в лейте послабее стал. Вот так. Ну, Джаггер как-то в начале и проседает в основном на старте игры. 80 Bloodfury MS на 100. DPS Bloodfury 100-140. Они прям очень хотят, чтобы так играли с Джаггернаутом, хотя так никто не играет. Ну, как бы, не знаю. Пусть пробует. Я бы сказал, ну, типа... На тир 4 не тянет, тир 5 баф, наверное. Вот так. Но опять же, если начнет вдруг пикать, значит тир 4 был в результате. Keeper of the Light. Illuminate кастуется гораздо меньше. Они ему секунду экономят на 5 уровне раскачки. Жестко. Yellow Wisp. Что? Он раньше отменял, типа, очередь. Ну, короче, пофиксили баг. И талант изменен. С маны от чакры на КД чакры. Слушайте, по-моему, это баф. Это тир 4 баф, я бы сказал. Тир 4 баф для кипера. Если не тир 3, но посмотрим. Но он еще будет чаще появляться гораздо. Тир 4, наверное. Кунка. Талант. Ну, бафнули клиф, потому что все берут флот. Вот такой тир 5 бафчик.
Добавили урон регионке. Ну, нормально так, типа 4 урона на 18 уровне, но в целом такое плюс-минус. На 15-м 6 секунд КД овервельми. Отс, это очень жестко. А, это отс, нет, это не пресс-атак, это другое. Ну, такое-то о себе. Никто и так не будет это брать, я думаю. Разве что против суммонеров. АОЕ пресс-атак подняли очень сильно. И чуть подрезали бонусный урон. Но в целом я считаю, что Лего на 25-м стало сильнее. Вообще это тир 5 баф, да, такой 50-50, но, ну, тир 4, наверное. Но на 25-м она стала гораздо жестче. Посмотри, это нереальный просто пресс-атак. Жесть, ранжа. Вот Леон как в АОЕ всех захексит, так же она всех и как бы в АОЕ забафает. Жестко в АОЕ причем. Лишрак. Офигеть, половину только посмотрели. Лишрак, базовый урон увеличен на 3. Рендж атаки уменьшен. Силы больше дали. Поменьше интервал пульсации с аганимом. Вау, добавили радиус стана. Круто. Реально круто. Талант 50 хп на 1 секунду замедла. Ну, такое спорное. Lightning Storm Damage баф, да. Ну, вот такое прикольное. Типа тир 4 баф я бы его назвал. Тир 5, может. Ну, как бы лишники лучше знают. Лич. Талант. Вау. Больше урона дали на, ну, жестко. Ну, дальность заклинаний, типа. Жесть. Тир 4 баф лича. Дальность заклинаний, все, автоматом тир 4 баф. Кастрэндж на 20-м, он типа настолько далеко, что вообще нечего переживать. И добавили Chain Frost Damage, вообще супер. Даже не лишили, по сути, Кастрэнджи. Жесткий баф лича, если не тир 3 вообще. Лайфстиллер. Базовый урон увеличен его, потому что мало пикают и так, несмотря на то, что недавно бафали. Талант больше спида. ХП. 4 секунды КД Open Wounds, что, кстати, гораздо лучше, конечно, чем 40% ластила. Тир 4 баф, наверное. Прям вот реально, ну, так, приятненько прошлись по нему. 4 базовых урона, особенно будет заметно на лейнинге. Лина, Лагуна Блейд. Дэмэдж увеличен. Анимацию получше сделали. И бафнули, когда с ручники бьешь на ней. Тир 4, тир 5 баф, вот так. Леон, базовый атак спид увеличен, армор уменьшен. Талант улучшен с 75 кастрэнджи до 15% мана дрейн слоу. Вы слово не перепутали там случайно? Так, здесь дали ему кастрэндж, здесь урон пальца на 2 секунды кадавер спайка. 400 хп на 20% Finger of Death Damage per kill. 200, может быть. У вас было плюс 150. Но это исправят микропатчем ближайшим. Короче, Леона на самом деле... Так, между чем и чем тут выбираем. Леона на самом деле бафнули как саппорта, на мой взгляд. Хотя дальность заклятий... Нет, ну короче, что-то спорное с ним сделали, непонятное. Я бы вообще отнес... Ну, если и баф, то тир 5, что-то такое. За каждый килл плюс 20. Ну, за каждый килл после 20 уровня давать плюс 20, это вообще такая лабуда. Он после 20-го кого собирается убивать-то? А, за стаки. Все, я понял. То есть было плюс 50, стало плюс 70. Окей, все, я понял. Ну, не знаю, типа, спорно. Мне кажется, что, типа, вообще, две цели монотренинга гораздо жестче. Против иллюзионистов особенно. Так, Лондруид. Меньше силы. Не дублируется на тех, кто не может это касить. О, ну, наконец-то. Это такая имбень была. Ты контролишь медведя, друид кричит, медведь кричит, вы все убегаете. Типа, это вообще нереально было играть. Слава тебе, господи. Мне интересно, прям винрейт героя. 56%. До свидания. Это очень жесткая тема. Прям нереально загангать, нереально ничего. Мне на Т-4-то пофигу, я взрываю. Но вообще герой неприятный для миньора тоже. А, призыв медведя...
поменяли тип урона. Backlash damage это что? Да черт бы тебя побрал, что происходит? Где-то. Какой-то там backlash damage, короче, я немного не понял, что это такое, еще в чатике вы объясните. Было 40, стало 6 на Леоне. Ну, бог с ним там, 50-40. Так. Больше не рутит крипов надолго. Армора меньше сделали гораздо. И чуть подбафали типа урон интервал от медведя. Но вообще в целом это нерф друида. Вот эта штука, это прям вообще... это жесткий нерф. Я бы сказал тир 3 или тир 4 нерф. Тир 3, возможно. А, урон, который получает герой при смерти мишки. А, так еще и здесь он больше урона получает. Жесть. Тир 3 нерф. Друида жестко поднерфили. Луна, базовый урон улучшен. Лунар Блистлинг усилена. Не увеличивает армор, правда, больше. Сделали гораздо больше прыжки на первом уровне, на втором прокачке. Это очень жесткий баф по фарму на самом деле. Ага, зато меньше урона. Ну, типа, нет, Луне все равно приятнее стало. Фармить она лес будет точно быстрее. Я считаю, что Луна получила тир 4 баф. При том, что ей и так иногда начали пикать уже. Магнус и Пауэр вообще должны бафнуть, потому что не пикает никто. Больше гораздо Сэмпауэр Клифф. А, нет, дэмэдж. Шоквейв слоу усилен. КД уменьшен. Радиус чуть увеличен. Атак спид поменяли на 20 урона, там 200 здоровья. Круто, 20 урона очень много. 100 шоквейв дэмэджа. Слушайте, ну Магнус сильно бафнули. Я бы сказал, что это вообще на тир 3 баф смахивает. Магнус сейчас будет в мете. Марс, базовая инта увеличена. Быстрее кастуется арена. Очень сильное КД-копье. КД-копье порезали. 14 секунд и станет 11. Жесткая тема на самом деле. Что альтернативный? Какой талант? 15 к урону. Тоже жестко, но вообще по факту Марс тир 3 баф. Тир 3, мне кажется. Потому что то, что арену удобнее ставить, это очень жестко стало. И то, что копье потенциально можно быстрее. Возможно, захотят 4 из него какое-то сделать, не знаю. Типа спорно. То, что мана опять же больше стало на старте. Ну, тир 3, тир 4 баф. Вот так, больше в эту сторону. Медуза, базовая сила увеличена, инта увеличена, сплитшот. Все цели теперь получают меньше урона. Теперь переключается. Больше стрел выпускает. Больше ренджи на стрелы. Урон со стрел увеличен. Причем сильно. 50% на первом уровне без 30. Медузу бафнули. Вот это, наверное, немного неприятно. В целом, да, на тачке. А с другой стороны, ты все равно как бы можешь ее взорвать спокойно. Поэтому, наверное, я бы сказал, что это... Что это? Тир 3 баф. Так, ну, реально жестко. Статов очень много добавили стартовых. Прям поплотнее сделали. И инта ей нужна, и сила в плане плотности. Тир 3 баф. Медуза прям должна подняться. Moonlight Shadow. Чуть послабже сделали. КД стрелы чуть побольше. А что с ней не так? 51%. А, по КД долетает, понимаю. Ну, короче, такой тир 5 нерв, я бы скорее назвал это. Или что-то просто минорное. Но то, что КД на стрелы увеличили, это важно. Monkey King. Базовый армор увеличен на 3. Это сильно. Damage reduced. Плохо. Плохо. А. Армор дали, но вот это сильно ослабили на самом деле. Теперь стаки меньше держатся на первом уровне, это жестко. Быстрее бьют клоны. Ну, то есть его подубили немного саблей и... Ну, как подубили? Все равно все пикают МК, значит нормально, ничего ему саблей не сделать. Просто его чуть усиливают. Ну, как, да? Да, наверное, все-таки чуть усиливают. Таланты получше, потому что сделали. Vision предлагают брать. И урон от Джинджуку получше сделал. Окей, у МК все нормально. Так. Нага Сирена. МС увеличен. Сетка кидается проще, так понимаю.
И Яганим... Слушайте, Нагу бафнули. Вот это неприятный момент. Это неприятный момент. Нага реально бафнута. Я бы сказал, теперь 4 бафа. Фурион, базовый армор поменьше сделали. Вау, теперь вообще за фурионят ничего не дается. В 2 раза награду за них меньше сделали. Жесть. Слушайте, это баф Фуриона, а почему его решили забафать? Вы что, прикалываетесь, что ли? И так же жесткий тип был. А, минрейт упал. Ну ладно, да, окей. Но это баф Фуриона. Тир 4 баф. Может больше. Потому что базовый урон Race of Nature это жестко. Подняли на 10. Это очень жестко. Сейчас ульта будет залезать просто как не в себя. Тир 3 может даже баф, я не знаю. Награда за пеньки тоже супер важно. И так тяжело с ними лейни было. Некрофос. Надо будет пикать его. Некрофос, 25 левел талант. Деспульс получше сделать. Так его никто не берет. Ну, типа такой, тир 5 баф, наверное. Найт Сталкер. Потихоньку приближаемся с вами к концу. Что здесь у нас? О, мне на эти миллион этих не видел. Так, не отвлекаемся. А, больше урона твойда. И МС. Ну, такое. Не знаю, тир 5 баф, наверное. Nyx Assassin, Impale Damage получше стал. И где-то Level Talent, Swampification. Сиберу, да так, секунда, Impale. Ну, короче, такое, терпять бафчик. Огр. Меньше ловкости, меньше армора, соответственно. Но подбафали Аганим на нем. Типа, что, они мотивируют на троечку или что? Для Гра, наверное, это все-таки скорее... Даже не знаю, баф это или нет, наверное, если баф, то тир 5, потому что, да, прикольно с Аганимом, но ловкости поменьше сделали замет. Базовый МСО мне чуть получше, Кастрэндж заметно больше сделали, 150, жесть. Дегенаура больше не мешает атак спид, но радиус увеличен заметно. 3 мана регена, 3 Хэмли Грейс кулдаун. 3 секунды, минус 3 секунды КД на этом, 12 секунд, 4 секунды, бесконечно. Все, бесконечно Хэмли Грейс. Тир 3 баф может быть саппорта Омника, потому что Purification Ренджа очень жестко, Хэмли Грейс очень жестко. И тут у нас Guardian Angel на 25-м получается очень жестко, прям нереально жестко. Топ. Для Омника. Меня Омник не пугает, потому что, опять же, мне пофиг на Сауз Резистанс, мне главное, чтобы маг иммуна не было. Оракл. Бафнули. В 2 раза веселее кастовать третий теперь. Баф. На 1 секунду. Дальность заклинаний, ну да. Но жестко на самом деле. Если ты четверка богатая с линзой, ты можешь проигнорировать правый талант. Хотя все равно позиционка решает. Fortress End, Max Channel Cast Time. Есть Fall Promise. Не знаю, прикольно. Типа Oracle тир 4 баф, я бы сказал. Так, Outlaw. Outworld. Никто его не пикает. Что с ним вообще происходит? 46%, понимаю. Essence Flux. Замедло увеличено. Активная длительность увеличена. Монокост арбы уменьшен на первом уровне. Астрал. Теперь наконец-то есть АОЕ, который показывает урон. Кастрендж Крист. Гораздо, причем увеличен, заметно увеличен на 75 на старте. Когда это особенно важно на лейнинге. И талант улучшен на лайфстил. Ну, тир 4 баф ему оформили. Типа, он надеется, что будет появляться. Базовый урон увеличен. Блюр КД уменьшен у скипетра. Урон заменили на КД даггера. Даггер вроде КД супер маленький, да, 6 станет 5. Особенно жестко будет, когда даггер по трем целям станет. Клифф. Потом Strike Constrange, Blur на 30. Ну, баф, тир 4 баф, наверное. Типа 3 базовых армора много. И КД Дайгера это интересно. Потому что тем более, что с другой стороны ХП. Как бы, да, 12 урона. Ну, не знаю, типа. 12 урона на 10 или 3 на 1. Тир 4 баф, я все-таки считаю. Phantom Lancer. Attack Damage. Spread Reduced. Приятнее стало КСить.
копье больше урона. Ну, такое минорное абсолютно. Урон от копья на одну секунду. КД копья. А кто-то берет вообще это, нет? Весь здоровье все берут. И 4% иллюзий. Урон наносит больше. Это много, на 4% это много. А вместо чего это берется? Дальность потом Раша. Ну, не знаю, такое. Тир 5 баф фантом лансера, тир 5. Так. Феникса бафнули, вы чё? У парня винрейт сугубо положительный. А, нет, монокост увеличен. Нет, не бафнули, наоборот. Понерфили, спасибо. А, супернова. Слабее в лейте стало. Сильнее в начале немного. Ну, в начале всегда почти разбивают, так. Талант Икарус Дайва. Ну, и который никто не берет, талант, видимо, бафнули. И 400 кп на 500, опять же, который никто не брал. Ну, окей, тир 5, тир 4, может быть, нерв даже Феникса, типа, монокос очень жестко подняли. Очень жестко. Ну, хотя, тир 5, ладно. Все равно у него ману никто не требует, кроме Fire Spirit'ов, по сути. Пак. Быстрее бьет на 25-м. Но ослабили радиус дальности Вейн Рифт. Короче, просто фиксанули, я бы сказал. Но вообще это скорее нерв даже. Тир 5 нерв. Пуч. Верните его в нормальное состояние, пожалуйста. Базовый хп реген увеличен. Сила уменьшена. Заметно причем. Хук КД уменьшен на первом уровне сильно. Рот замедло увеличено тоже на первом уровне. Прирост силы увеличен, ну типа прирост силы компенсирует то, что они его ослабили на старте. Не сильно они его поменяли, я вам скажу. Типа да, это баф, я бы даже, наверное, назвал его тир 4 баф, но все равно. Слабовато, слабовато. Квапа должны ослаблять, ослабляют. Монокост увеличили. Урон уменьшили. Монокост увеличили. Ну, тир 4 нерв, тир 5, тир 4 может быть. Все-таки монокост слишком сильно отличается. Ну, наверное, тир 5 все-таки. Разор должны сильно бафнуть. А, силу увеличила, увеличили, гильдию увеличили. Плазма филд КД уменьшили заметно очень. На 4 секунды аж. А, теперь можно атаковать, конечно, другой таргет. По стати квинкам, я так понимаю. Положительные изменения. Делает тебя быстрее. Ну, бафнули Storm Surge. Увеличили урон с удара. Слушайте, мне кажется, это баф, тир 4 баф. Может быть, даже тир 3, плазма фила слишком сильно, когда уменьшили, но вообще, там, да, тир 3, тир 4, вот так. Рубик. Базовый так спит получше, Кэсси стало поприятнее снова-таки. Фейтбол, дэмэдж редакшн. В процентах уменьшает, жесть. Урон даже увеличен, монокост уменьшен. Это баф Рубика, а что его, плохо пикали, что ли, где он там у нас? Ну да, он. Слушайте, это баф Рубика, это хорошо. Талант. Здесь ничего. Рубиком против мипа вообще жестко будет. Прикиньте, у каждого мипа украсть 34 урона. 34% урона. В лейте. Понимаю. Ладно. И потом с ультой ВР-ки по нему же так вот тык-тык-тык. Ситуативный талант, но очень жесткий. Сэн Кинг. Переработали. А, ну по Рубику это, наверное, тир 4 баф. Тир 3, тир 4 на самом деле. Атакуя врага, замедляющего на 25% МС. Ну, 10-25 на 5 секунд. Если цель умирает, то она взрывается. Плюс процент от максимального ХП цели в 500 АУЕ. Прикиньте, просто вот атаковал Буча на 3000 хп, взорвал его, получается, и он взрывается на 130 плюс еще 500 урона в радиусе 500. Жесть.
Ну, в лайте так-то у всех много хп. То есть на СК вообще, если кого-то стукнул, это очень жестко будет. Это очень жестко будет. Талант. Эпицентр слоу. Больше дэмэджа эпицентру дали. Это назрело прям. А здесь эпицентр пульсы. На заметлу откусик в финале, а второй талант 30 секунд, 30 урон в секунду. Ну, все равно будет брать, мне кажется, 30 урон в секунду. 8 армор, 2 секунды бору страйка. 2 секунды бору страйка, это очень жестко. Хаппериген. Ну, я бы 2 секунды бору страйка брал, это очень жестко. Тир 3 баф. Тир 3 баф сантинга. 40 хаппериген и 4 эпицентра пульса. Да, тир 3 баф. Shadow Demon. Бафнули талант на ит, но все равно... Хотя 15 инты, господи! Тут уже, вы знаете, вот всегда таблица дальности заклинаний, но 15 инты это 15 инты. Это 1500 денег, так если, ну, перевести, да, один к одному. Жестко. Не знаю, это больше к кору ШД, либо к четвертой жадной ШД, но это баф на тир 5 уровней, я думаю. Shadow Fiend. Базовый урон увеличен заметно. Душ стало всего лишь плюс 20. А, урон с души. Плюс 4 урона с души. Вау. А, закилы, кстати, не получают. Ну, слушайте, это жестко. Это реально жестко. Ты гораздо быстрее придешь в форму с 20 душами. Тем более, что по урону это даже в плюсе на еще 4. Это баф получается. И на каждую душу по волне. От Requiem of Souls тоже на 4 больше получается. И вместо плюс 2 урона за душу плюс 3 на 20 уровне. Но все равно обычно берут Shadow Race. Ну это баф ШД. О, SFA. Это плюс, ну, тир 3, тир 4 баф. Тир 3, тир 4, я считаю. Хотя на самом первом уровне он чуть послабее стал, получается, да? На самом первом. Ну, типа, просто мотивируют на третьем его брать, что ли, или что? Ну ладно, тир 4 баф SFA, вот так. Shadow Shaman. Базовая инта увеличена на 6. А урон не изменен, окей. Но все равно очень приятно. Меньше разброс по награде сделали за убийство этих штук. 4 секунды. Бафнули, тир 4 баф. Вполне бодренький такой. Тут больше контроля, тут больше... Ну хотя тир 3, наверное. Ой, тир 5. Все-таки здесь только 5 секунд контроля увеличились, остальное это урон. Такой, тир 5. Тир 5 бафчик. Тир 4, тир 5. Сайленсер. Че, реально тейчеса нет? Тут же всех просто изменили. Я не могу больше, я хочу проверить. Да, нет тейчеса. Да, че ж с вами не так? Ладно. Не тронули, оно может и к лучшему, типа, хотя бы хуже не сделали. Сайленсер, аркан курс дэмэдж увеличен. Глобал сайленс КД уменьшено. Заметно уменьшено. Курс, урон... 30 секунд КД редакшн. С этим-то уменьшением. Сало прям мотивирует брать. Тир 3 баф. Тир 3 баф. Вот этот талант на 25-м бешеный. КД глобала. Ну хотя, опять, тир 4, наверное. То, что он в лайте только будет раскрываться. Но по факту, не знаю. Если в кора брать, то для кора тир 3 баф. Если не тир 2 вообще. Скайрос мейдж. Тир 5. Минорный бафчик. Коррозив хейс армор редакшн. Бафнули селедку давно. Пора. Ее никто не пикает. Минус 4 армора еще. Тир 4 баф. Такой бодренький. Армор всегда роляет. Базовый атак спид уменьшен. Фигня. Тут ничего. Скатербласт. Заменяет атаку еще. А это не уменьшает больше атак спид противника. Но уменьшает армор за каждую атаку. Жестко, это реально жестко. Камбэк для бабки из Риэл, что называется. Лил Шреддер мультишот. Тир 4 может даже баф, не знаю. Минус армор это очень жестко, на самом деле. Очень жестко. Медальку еще можно не купить, и вообще она может в минус опускать спокойно на первых уровнях. Ну да, это 4 уровня работает, пипец. Так, шрапнель урон уменьшен. Стану меньше. Ну, как бы, да, это пика четвертым снайпером, но... Ну да, кстати, неплохо у него дела шли. Окей, такой тир 5 нерв. Спектра, базовый хп реген уменьшен.
можно аганимно ультовать на БКБшных ребят. У иллюзии больше не фиксировано 400 МС. Они будут всегда преследовать, даже супербыстрые таргеты получается. И они сразу же будут бить, получается, когда ты ультуешь. Увеличили урон дизолейта. Слушайте, ну это же баф, спектры сильные. Да где ж ты, черт возьми? Это ты? У нее же и так все хорошо, зачем ее бафнули? Я вот этого не понял, если честно. Но она подбафана. Типа на линии чуть слабее стала, но в целом подбафана. Теперь 5 баф минимум. Спирит Брейкер быстрее разгоняется, сложнее загангать получается. И... ну такой теперь 5 бафчульчик. А Шторм Спирит побольше ловкости. И подбафали полет. Но Шторм Спирит получил теперь 5 баф. Мощный такой. Свен базовый МС увеличен. Теперь можно, если ты вкачал талант на Пурш, на первом, кидать его в заюленных ребят, типа, да, которые на подсейф это делают. Это очень жестко. А он станет, интересно, по приземлению? Если он еще и станет, то получается, ты против Свена вообще не можешь играть на героев, которые Юл на корах собирают, условно, какая-нибудь там Лина, Эмбер, Войт и так далее. Очень жестко. Так, Варкрай не дает больше бонуса урон. Теперь дает бонус МС для союзников. Но чуть поменьше. Зато Монокас послабее стал. Монокост. Клифф посильнее стали. Больше не дают силу. Дает больше урона. Длительность на 15 секунд. Плюс 32 силы на 50% урона. Ну, я думаю, это баф Свена. Я думаю, это тир 3, может, даже баф. Ему прям заметно, как будто бы урон увеличили, нет? По-моему, да. Тут у нас 50% аж больше. Да, по-моему, Свен бафнул. Бафнулся. Так, Melt. Armor Reduction. Очень усилили на первом уровне. И кулдаун увеличен на первом уровне. Мотивирует брать рефракшн. А тир 5 баф такой слабенький. Не думаю, что из этого стану чаще пикать. Террорблейд мета не уменьшает твой МС. Ну тут чуть поменьше МС дали на правом таланте. Ну такой тир 5 бафчик, наверное. Свен салтовенький под ультой. Ну какая разница, от него обычно разбегаются, когда он улетит, нет? Headhunter базовая сила увеличена. Кракен Шелл урон увеличен. Да, ну дамж был, ну немножко. А, тир 5, короче. Тир 5 бафчик. Базовая сила увеличена, базовый манреген уменьшен. Больше стаков армора. Ну, не знаю, тоже тир 5 бафчик такой. Базовый хп реген дали. Длительность стоса увеличили. Непонятно, что это. Наверное, скорее плюс, если ты пытаешься застанить таргет, который рядом с тобой, и минус, если таргет, который далеко от тебя. То есть для коров это баф. Больше не замедляет схватить дерево. 5 ударов лимит, как и было когда-то. Фиксированный урон бонусом. Больше урона значительно по вышкам, но опять же фиксировано же. КД сока 10 секунд, ну хотя не так уж и много. Сплэш дэмэдж тоже усилен. Больше урона дает рост. А, на 15 уровне больше атак от дерева. Слушайте, не, ну это баф Тинник, это тир 4 баф, я бы сказал, тир 3 может даже. Торрент Протектор, Лич Сид. Работает на таргет, а не в радиусе Трента. Что, наверное, хорошо. О-о-о, это баф Трента. Тир 4, наверное. Типа, если ты огонь... Ну, тир 4, да. Если ты огонь покупаешь, тебе тир 3 заряда. Это очень жестко. До этого не только дошлись. Так, я не проверю, наверное. Тролль Варлорд.
талант на основном с фервор стаков плюс 3 на плюс 5 фервор атак спид. А это баф. И урон атаксов добавили. Тоже баф, по-моему, он может пачку скипать, если берет талант на 15-м левый. Окей. Так и запишем. Туск. Базовый армор. Ну, это тир. Если он сможет скипать пачку с левым талантом 15-м, то это тир 3 баф вообще. Ну, тир 4, ладно, тир 4. Тусик. Урон за каждого союзника увеличен. Шаря. Ну, вот такое, типа, фуфлыжный баф терпеть. Underlord. Так, раньше получше. Не дает больше на себя бонус по урону. Дает больше урона за крипов зато в моменте. И дольше длится. Быстрее кастуется. Больше АОЕ, заметно больше. Теперь дебафает и эншентов. Меньше КД напитов малис, заметно на первом уровне особенно. А его обычно вымакшу в последнюю очередь, то есть крутой баф. Ну, по талантам там мелочечку поменяли, кастрендж добавили. Нет, заменили кастрендж на АУЕ питов малец, это жестко. Это жестко. Ну, вот тир 4 баф Андерлорда. Чаще будем видеть, гораздо я думаю. А, флэш голем дебаф не наносит урон в секунду и не увеличивает урон зомби. Зато увеличивает урон, который получает таргет. Да, то есть те, кто рядом... Подожди, те, кто рядом с Галеном, получают урон на 35% больше, жесть. Это очень жестко, кстати. Undying баф, тир 4 баф, резко. Урса. Урсу нерфануть должны были. По факту ее нерфанули. Да, Урса получила нерф, тир 4 нерф, наверное. Винга. Дали больше вижена. Так, рендж. Ну, такое, тир 5 бафчик. Веномансер, базовая скорость чуть побольше. Дэмэдж чуть побольше. Но не уменьшает хп реген больше эта штука. Health increased. Под бафли червяков. Их и так все вымакшивают сразу, впрочем. Сделали сильно лучше ранний скипетр именно. Хотя нет. Ну да, ранний скипетр. Так-то в целом скипетр работает так же. Ну, короче, тир 4 баф, тир 5 баф какой-то. Вайпер, урон больше. Инта. Увеличено. Визаж. Быстрее атака идет. Монокос второго увеличили. А, нет, уменьшили наоборот. Но это баф, терпеть баф визажа. Терпеть баф. Void Spirit. Дольше кдшится аганим. Терпеть нерв. Варлок. Сильно увеличили ранжу на максимальном уровне прокачки, кстати. Но, наверное, такой, терпеть баф. Все равно не супер круто. Шукучи. Быстрее тебя сделали. Таймлапс. Кдшится дольше. Рэндж меньше. Ну, короче, понятно, Вивера четверку. Вивера тройку. Но дают буст парню, который кор именно. Поэтому, наверное... Ну, короче, просто Вивера хотели видеть кором. Вот так. Фокус Файр. А, наконец-то теперь Верка не будет убивать себя в БМ. Это баф Верки. Заметный баф. Тир 4, может, даже, не знаю. Ее БМ обычно легко контрить. А, Виверна. Курса КД уменьшена на 10. Считается, что сильный герой, да, получается? А почему, интересно? Проигрывает, да. Странно. Бедный Ярослав. Вич-доктор. Непонятно, что это. Наверное, баф в какой-то степени. Потому что его редко пикают. А... Не дает больше атак дэмэдж. Больше лайфстила в два раза. И вдвое меньше эффекта на рейндж героя.
Урон скелетонов поменьше сделали. А, не, увеличили. Короче, бафнули рейскинга, я не знаю почему. Ну, видимо, поэтому. Варик могла отменять ульту, если бы дала идти в направлении. А, ну все равно, как бы по умолчанию что не делать, правильно. И Зевс. Баф. Ну, такой миссия пустенький. Монокос ничего. Непонятно. Ну, по мелочи, то есть, да. Хотя, подождите, КД ульты сильно увеличили. Урон увеличен, КД ульты увеличили. КД небус увеличили. Не, все, это плохо. Это тир 4 нерв для Зевса. Он от КД очень зависим. Здесь на КД ничего не добавили в талантах. Меньше маны, больше констранч. Ну вот так, короче, у Зевса погрустнее стала ситуация. Шо, пойдем проверим, что это вообще как работает теперь, правильно? Давайте так сделаем быстренько. Ну, что по патчу могу сказать? Да, резюмируя патч. В целом для Тетчиса положительная история. Единственное, что Нага стала сильнее, Рейскинг стал сильнее. То есть мне против этих двух героев будет теперь... Они будут чаще пикаться, против них будет все так же неприятно играться. Но антимаг должен пикаться пореже. По идее, ЦК, который сейчас войдет в мету и будет постоянно пикаться, меня устраивает. Кого там еще сильно бафнули? После ЦК кто-то прям был. Бруда чаще будет пикаться вообще лепота. Я только за. Клинкс чаще будет пикаться, пожалуйста. Так, из оперативного кто еще тут есть? Войд, если вдруг будет слетать. Инвокер тоже не проблема для меня. То есть, в целом, хорошо, в мету входят сейчас герои, которые мне не мне комфортны. Нага та же самая, она в мету входит, ну ничего. Как бы, вроде не так сильно ее улучшили. И не так сильно улучшили Рейскинга. Хотя Рейскинга нет, Рейскинга сильно улучшили. Ну что, вот такие вот итоги патча у нас получились. По-моему, патч в целом вышел неплохим, разве что немного скудновато. Хотелось бы больше каких-то ярких изменений, больше чего-то такого жесткого. Ну, ладно, как бы, да, как есть, так есть. А теперь дуэль. Травоман мид Тетчис против Бахи мид Инвокера. Алло, алло. Алло, алло, алло. Че, как ты играл? Этот играл. Альганима. А ты ланец, да, пытаешься сейчас теперь? Ну, то есть... ну а по-другому никак. Вот, держимся. Ну, то есть, если бы я пытался водить крипов из-за вышки, то ты бы просто своих, ну, моих встречал и вел туда же, и получается, я бы ничего не буду делать. Они-то подумали валу, на самом деле. Раньше атаки, конечно, у меня бешеные. Не только раньше атаки, у тебя этот... Ну, спид тоже бешеная. Что вы вообще там делаете? Один на один играем. Тетчис против Тетчиса? Нет, Инвокер против Тетчиса. Понял. В принципе, у меня форш есть, я могу форжа водить постоянно под эти мины твои. Поэтому тоже нужно тебе понимать.
Как тебе ренжа? Ну, ренжа нормально. Ренжа так и вообще нормально. Я умер? А, ну, в принципе, подожди, ну, да, если тебя... Ну, у нас нормальная сейчас ситуация, в принципе. Ну, у тебя больше, конечно. Но мне главный опыт. То есть мне с линии, типа, без разницы на то, сколько денег я вынесу. Так, если да, концептуально. Главное, экспа. Так, ну, в принципе, если так вот паски таскать и, типа, прыгать, нормально, на самом деле, можно подхаразить. Ну да, и плюс, он, да, и, поймет, ну, сам. Урон, да. Как бы, тяжело считать, потому что ты такого никогда не видел. На раз, тем более. Урон, я примерно в голове понимаю урон, но я, типа, на расходнике жалею, типа, я не... Просто не понимаю, что ты будешь так часто прыгать, вот этого я не подозреваю, типа, для меня это... Гриф нажать. Интересно, да? Вроде два раза убил меня. Почему-то выиграл я. Вот ты как-то перед... Там даже три по таблице слева. Еще странная механика. Вот все равно, в этом плане минер все равно в плюсе. Большом. Ну да, да. Так нет, Ир, только опыт. Мне вообще пофиг. То есть ты динайл много, но за счет фрагов я камбэкнул, получается. А по идее, если бы ты меньше динайл, то ты бы, получается, стоял пассивнее, и значит, я бы... Больше опыта. В целом, я для себя тоже понял, как тебе постоять, поэтому мне уже, типа, легко ну стоять. Да, но это же как бы это... Да, немногоразовая это... страда особо. Да, да. Ну, а теперь переходим к турниру. Из интересного, что можно сразу сказать, у нас пропал кор-игрок прямо перед игрой. У человека плюс 9 часов часовой пояс, то есть, когда мы начинали игру, это было 22 часа, у него было 7 утра. И, ну, уснул. Человек, как бы, да, проспал. В итоге он через 10 минут оклемался, но мы уже другого человека взяли. По идее, если бы там, да, какую-то паузу тянули, мы бы, наверное, его дождались. Но мы даже не знали, что надо ждать. Он просто с концами пропал. В будущем такого не повторится, я уверен. Но, короче, играли мы с заменой этот матч. Приступим. Че, мы готовы? Да, я ради. Я еще красавица не проснулась, ну да. Юра, мы играем, короче, с минером, если что, у нас тут такой этот свои проекты. Конечно, не заберут минера. Ну, run to mines, то есть будем делать, правильно? Не-не-не, мы делаем как? Смотри. У нас минер, мы фармим. У нас ограничений в тайминге нет, то есть игра может и 2 часа идти, и 3 часа. Нас специально последнюю поставили в группе. Так что... Не понимаю. Сейчас будет весело. А, кстати, да, у нас специально последний в группе. Я только сейчас понял. Ну, это потому что у нас прайм-тайм указан жесткий такой. Без границ. Без границ. Угу. Так, что так. Не вытянул. Что там, мне спирита банить или бейнайм? Что-то я просто, кроме бейна, его ни разу в жизни ни на чем и не видел. Ну, я не, да, не знаю, типа, мы разве боимся Бэйна? Но Бэйн сильный в его руках, может засыпать. А я люблю музыку на стриме. Салам алейкум. Подскажи, что я пропустил, только включается, подключился. Привет, турнир играем на 700 тысяч рублей. Мипецкий. Так, ну, Ликан, как бы.
Лекан, стой сюда, там мужики вообще забейте. Сразу с неграми резается. Рома, у тебя микрофон чуть-чуть дышнявый получился. Дышу, да, получается? Да. Сори. Зато знаете, что я жив цел. Это лучше, чем сон, я согласен. Орел. Жив цел, орел. Ну типа боимся земелью разве? Земелью не верен. В целом, полноблокером он может мид постоянно выходить, типа, с бэйм тоже. Данный Люкана забанили, мне вообще ничего не важно. Ты не боишься против мид, типа, земель, если еще ничего не делать, то можешь не играть. Но он только на земле играет, так скажу. Так. Все-таки убирай землю, убери землю, убери землю. Ну давай, хорошо, так, что где он? Остальный герой, он на пофиг. Я второй монитор выключу просто, точно. Смущает. А может инвокера тогда у них украдем, не? Ну зачем? Ну, не знаю. Баш на баш. Баш на баш. А у нас инвокер плеер есть. Мне кажется, просто профитнее сейчас тебе взять какого-то бейна и спирита и выкатили. Кстати, да, я бейна да забираю, потому что я на нем что-то могу подернуть. Так, ну если есть бейн, тогда ему можно и беста. Да не, White Spirit есть. White Spirit? Угу, на мид. О чём говорить? От сон или что? Да не, я просто герой стабильный. Бери White Spirit, не думай. Угу, так, да, сейчас. Да, на мид, на мид. Я, кстати, сегодня думал на КВС играли, мы должны без Тичеса поиграть. Смотрите, как такой вариант будет. Ну это же не контент для... Рома, сыграешь на 4? Ты как на 4? Я могу спокойно, у меня пул хороший. Давай тогда лучше так. Больше импакта сделаешь. Я могу их на скаймаке посушить тут. 5 секунд remaining. Мне кажется, Интер же засушит на скаймаке. Или... Я не знаю, сейчас у меня у нас 15, да, надо будет 4-й. Из саппорта кто типа сильный против Интера? Из саппортов? На 4 ШД можно взять. Сильно смотрится. Так, кого мы хотим вам отбанить? Отбанить, так, Фурион. Мы на антимаге играем, Свет? Я заспеюсь достаточно. Все карты перееду. 10 секунд remaining. Короче, СД мне нравится, я бы себе после СД кинтаур то взял, и на ласпит мы взяли бы. 5 секунд remaining. Так, что-то хотите отбанить. Им надо каких-то вот таких активных коров банить. Как мы сами играем. Они тоже могут. Нет, они на мид инвокера будут брать. Скорее всего. Ну типа ты боишься квапы в миду, если тебе дискомфортно, давай отбаним. Да, в целом квапа просто игра не пьет. Не-не-не, может, ладно. Ну, нет, там он играет. Он на инбосике вроде на квапе, как раз и на инвокере играет. Свободу героя снова не люблю, в принципе. Макс, ты играешь на сталке вообще? Ну так, такое. Мне очень нравится. Там хотя бы данный сталки пишет. Привет, спасибо большое за поддержку. Привет, удачно. Так хочу без мастера. Давай, без мастера скайп пойдем и все. Ты сушишь, я сушишь. Кого баниваем? Баните, пожалуйста, я не хочу играть против Фурсы. Да, Урса целый порт тоже. Привет, спасибо большое за поддержку. Скажи, что... Второй монитор офнула, это забыл отключить. Бро, и первый выключи тоже. Найди. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Your turn to ban! Кто еще активный есть такой?
Активный, молодой, неприятный. Активный, молодой, неприятный. Сларка боимся? Сларк, нет. Смотрите, мы хотим беста, да, в 3 брать, правильно? Да, да. Нага какая-нибудь. Кому не при... Кто, нага, кто не приедет? Да, вот нага очень плохо будет. Просто... Что просто? А мы сами нагой не играем? Не, у нас антимаг же опять же, или как мы? Угу. Антимаг больше нравится. Ну, у нас все это играет, на антимаге играет, на наге играет. На наге давно не играл, на антимаге недавно. Your turn to pick. Я беру 4 или беста сейчас? Так. Беста сейчас. Чтоб не забрали сами. А сейчас там меньше 8. Или чек. Сейчас выстрелится какая-то из инча. О, да, кстати, будет грустно. Надо было подождать. Ладно. Да, в целом, ничего страшного. Мне кажется, он сейчас не играет на... Да не очень страшно, просто... Терпимо. 5 seconds remaining. Если там меча будет, я бы пикнул себе клока и засолил бы просто. Мы хотим вас пикать, Кора, просто я боюсь, там не оставят пиков. Просто там 2 бана будет еще. Да, ничего не пик. У нас. Нет, ну как, они антимага. Смотрите, у нас есть антимаг, есть рейскинг. Вот эти 2 героя супер хорошо против минера. Прям вот вообще на релаксе. Ага, Сларк. Почему он ничего не пикнул, я могу понять. Фуран опять что ли? Фура в мид, кстати, возможно, имбосик играет на фуре. Да, он принял. Ну короче, тут либо скамак, либо клок, но... Клок... Такое уже. Угу. Скамак, ШД, не нравится все еще? Так и спрашивает, как неприятно. Есть вариант, Полина душит тоже. Надо к бесту какого-то активного саппорта, как скаймач или лина. Грим строка взять, типа. Давай скаймага и нормально. Грим строк хоть хорошо с бейном, нет, кстати? Давай, там, да и с бестом неплохо. Мне кажется, Грим против Сларка, он что-нибудь сделает вообще, по идее? Я его подсушу в топе. А, ну если через первый, то если через первый, да, то может. Ну не через вторую точно, давай. Грима, да, беру? Да, да. Два рора есть еще, 2 гриппа, нормально. Правда, когда там 2 рора идет, они разлетаются на 2000 ренджей друг от друга. Зато 2 рора. Ну да. Недолен, в принципе. Не знаю, играет ли у них тройка на фуре. Ну, короче, сейчас ласт пик тройка, скорее всего. Либо флекс мид. Ну, опять же, да, они могут инвокер взять, могут чё. Но мы, по идее, все равно закрываем. Там кора. Мы увидим оффлейн, это фура или не оффлейн. Да. Просто надо понять, что банить. Чего мы больше не хотим видеть. Так кого-то батрайдера убери просто. Да. Угу. Из одного из бана, все нормально. И потом... Райдер убрать, и... I don't know, чё ещё? Your turn to ban! Ага. Смотри, батрайдер по-любому, потому что они с фурой могут флексить лайн. Там непонятно, а вот сейчас ещё один банчик. Они инвокера будут брать. Он обычно просит броду ему бай. Your turn to ban! Аниме инвокера, почему нет? Не, инвокер нельзя банить. Не, инвокер фигня, инвокер фигня. Его нельзя банить, точно. Да и в целом, он фигня. Ну, если не инвокер, окей, кто? А, все равно надо что-то забанить, правильно? Да, я не знаю. Убери просто любого героя. Сейчас, давайте подумаем, что не принесет. Если они ленивые инвокеры берут, то убери, не знаю. Темпларку может, хотя темпларка не... Вряд ли. Лину убери Эмбер. Просто. Лину Эмбер или Лина? Да, да, Лину, давай Лину, давай Лину. У них фронтлайнера нет особого, не знаю, мне Эмбер больше нравится на самом деле за них. Ну просто не играют они на ней. Надо тройку банить, смотрите, если типа это инбосик мид, он не будет ни на линии, ни на Эмбере. Надо банить тройку, получается. Но у них контроля не так много.
Какая тройка нам неприятна? Надо оперативно. 20 секунд. Кентавр. 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 Марс. А, нет, у нас. Ну, Марс так не. Да, кентавр, убирай кентавра. Я лично. Так, в мид есть... Ой, на фармы берем еще... Антимаг. Антимаг, да, здесь? Или рескин лучше? Тебе на антимаге точно? Нет, антимаг, лучше антимаг здесь. Ага. Антимаг лучше. Поехали. Ну что, поехали. Поехали. По всему на рескин на точках выкатили, да? Всякие светы на антимаге. Так, Пэлла забанили 25-го. А, ну да, кстати, Пэлла 25. На странице он есть еще. Ну, ничего. Я видел. И Ань, кто это же видел. Я сам в шоке. Догнал, догоняешь этого, да, потихоньку, ладно. Так, короче, в топе нам главное не убери до третьего уровня. Да, я понимаю. Челы очень сильные. На первых левелах могут даже задавить. Так, я побольше ресов возьму. Я буду за спамку устраивать. Я такой тоже плотный заку взял. Я сейчас зил выбираюсь. Классный аватар. Prepare to battle. Кто у них вообще на карри играет, кстати? На карри у меня, кстати, ХЗ. То у меня он тут... Ладно. А, Септембр? А, нет, Септембр на фоне. If I must. Так, я чуть поздновато на то подойду, вызову кабана. Давай. Ну, я сейчас забегаю, вардик поставлю. Да, он будет больно делать. Да лишь, хватит триггера быть. Сарк кто пиздец дадит. Да хочет прыгнуть? Да. Ах, застрайкиш. Макзорт. Я забрал, я вот Сенмокера забрал. С земли? Да. Что ты забрал? Опс! А зачем он его выложил, я не понял? Типа воров? Ну, мой интерател. Ладно, забирай эту руну. Он сюда не попадет. Ладно. Watch line, я заберу руну. По третий левел, по два кабана будем убивать, да, поставишься, да. Лича. Первый, третий, да? Ну я, да, первый, третий буду брать, я писал. Evil dreams await. Тэчес где-то справа в лесу. А, кстати, Тэчес может быть в топе, нет, он здесь. Да, в боте. Ну, я специально уже задул. Пробью челика. Даржа можно? Ага, давай. И сунтрайки не в лесу. Так, там санстрайки. Я за контроль. Раньше там не классно. Лайн у нас стоит хорошо. Чел на личке будет булить, но это одинарный, ладно, там вернется. А это ты будешь контролить. Давай по этому, аккуратнее. Раньше не донайпал. Пулит. Да. Ну, а, пираты. Скоро. Ну, тоже скоро, который будет через крипа. Я сейчас выпулю на большой. Не за пулю маленький сейчас ставим.
Осторожно с курицей, утачится очень большой раунд. Помочь. И прогони сейчас с варт. Он там пулит. Да, он выпалил? Ну нет, у него сейчас умрет маленький кем. Ну да, 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 он на один. А, он пытается. Нормально все. Мы третий левел ждем. Да, к нам сейчас полторы пачки надо вам держать. Ты что-то чувствуешь на тематике, что мне надо сделать? Ты говори, потому что я... Окей. Ну, пока все норм, но они слабо очень, да нет. Зачем-то вот это покупают. Франшиза контролируешь? Штанга на фуре берет. Ну или еще мог допасть. Просто отходи. Ну они очень много ресурсов за это отдали. Да. У них класс есть. Ну у нас тоже. Да, я уже фуловый. Сейчас два крипания, третий. Просто дай, смотри, по КС работает. Они прохарасили, но потеряли просто трех крипов. Я сейчас выпулю на большой еще. Смотри, я сейчас третий получу с этого. Но он просто две пачки просрал на старте. За одну класс. А, мисс. Тэчес выходит Смит. Тэчес Смит выходит. Сейчас секунду. Угу. Так, ну у меня все, осталось 30 секунд, у меня будет два кабана третьих. Ой, вторых. Давай. Если сейчас справа поставляется, я его словлю. Кабаны дают 3 секунды. Угу. Что это? Блин, можно как-то вот этот смех вырубить, нет? Какой? Замуть его. Да вот этот смех реплики. Мут? Нет мастера или кого? Да вообще всех, там фразы, вот это все. А, нет, это не так. Я тоже патроны выйду там вместе. Правда, у нас пачка сейчас так. Не, отлично, сейчас тут. Сейчас отлично. Там еще сейчас пачка придет. Видишь, ты сколько крипов заднаю. Чего совершенно ничего на этой линии не делают. Ну, все, надо его жарить. Нет, это... ну давай. А вот это че уже поставился? Так, аккуратнее. Я нормально. Вместе с сиками. У меня два кабана, нормально. Давай, я сейчас засловлю. Он тратил паунт или нет? Да, тратил. Сюда, да, он, и куда идете? Тош. Жесть, у нас пачка гигантская. Давай, я сейчас из этого чела еще присоединим, чего он там стоит. Сейчас бы кату под эту пачку, конечно. Ну, то сейчас Ларк прилетит. А мы не можем... О, стой, можем пробить его? Сейчас рона будет. А на че выпалю? Го, под баунти и это. Баунти берешь, да? Да. Ты че в боте? Идет баунти, да. Инвокер, наверное, вот сюда пойдет. Не помню. А сколько ДНФ на миссии? У меня ДНФ? Да. Пойдет. Если выпалю на большие. Ага. А че там руны, кстати, лежат до сих пор? Не, взяли. Не, все ушли руны. Ну, если он сейчас подставится. Давай, у меня два кабана. Давай, я тебе за эту. Я сейчас еще заставлю. Хорош, парень. Все, я качаю, пофиг, блин, там, жаль, пачка умерла. Да, пачка. Ну, я тоже пачку убил. У меня сейчас этой вот этих двух крипов пятый будет, и они точно не жмутся. Давай, я тебе экспу сейчас составлю. Лич, мисс, парни. Он умер, а может прилететь на было. Да, давай я сейчас это... Ты че мисс? Я могу тебя ставить же одного, да? Я пойду в стаке. Он, наверное, стаки делает. Я файн. Лич ТП топ дал.
Он Сларк с собой принес. А, течет. Течет стопе. Я по шестой, короче, это выдаю, если что. Халдилайн здесь, не пушлайн. Если я его слипну, убьем? Навряд ли, у него рейндроп и фарик из стика. Слишком большая. В плане хп. Минер еще на карте. Минер где? Минер в топе. Минер в топе. Смотри, не подставься. Минер в топе. Пойдем, можем. Есть, смотри. Я думаю, на актор летит. Нету. Нормально, похоже. Вот он уже. Слышишь, можем сейчас троллить. Кстати, этого тролля возьму. Ой. Он где-то здесь, да? Мисс кликнул, бывает. Учел, Поларис? Да, там минирует. Я сейчас просто... Че, мы хотим пушить? Да, крипа возьму. Маската. Бардака, да. Не, мы очень сильно смотрим. Правда, Ката умерла? Ну ладно, Ката умерла. Да похуй на нее. О, у нас Бен, ща я возьму тролля, ребят. Давай. Подсыпаешь? Далеко от. Не, он слаб. Пачку зафармите, парни. Го Сларка, Сларка. Дальше микс тут этой вот эти. Сларк шестой. Здесь много минус стоит. Аккуратнее. Тебя не убьют, еще. По-моему, вот здесь вард найти точно. Я могу снять, меня смотри. Это 50. Да, попробуй. По Сларке шестой могут агрессивнее играть. Смотри, аккуратно. Тебе мувится. Можешь сюда написать? Прямо 0-2 запустил. Все. Не там садря где-то еще. Ладно, они втроем тут весь тайм у них. Я сейчас бот прилечу. Я могу заставить пройти в мид. Убьем? Или он не показывается уже? Я сейчас выйду на бот. Я выйду на бот, на бот хочу. Не, я в боте хочу бить сам. Да, в боте он долго слышит психики фармить. Че, го? Запрыгивай. Гол. Накинешь на меня? Да, накинь. У тебя же вот есть? Да, есть, конечно. Тебе тоже не всегда? Отобил? Ну, уж так. Можно было бить. У меня сейчас шестой будет. Надо мид пришить. Да, можно, да, можно на мид. Дашь мне одну мангу? У них саппорты, ну типа, очень пассивные. Ничего не могут. Мы можем вдвоем с тобой бегать. Давай. Отлично. Баха, можешь летать? Летай. Слип там чуть-чуть. Он быстро покрасит. Да, видите, поплотненько. Баха, живешь? Да. У меня нюк через секунду. Я добью блокера. Блять, не добил блокера. Я думал, он в лес ушел, да? Не, у меня либо ульт был, либо же этот нажат. Я понял. Ману не видел, значит, сори. Там факт на точку будет, как раз. Кинул. Бро, там тяжко. Хотя не, нормально, я ушел. Он без паунса ушел. Я сейчас топ прилечу. Мне надо чуть позднее напасть на Сандель, крана закролил. Да? Ну я думаю, у тебя маны хватает на первый ульт. Там есть ульта? Есть ульта это Сларка? Да, есть. А, все. Баунс. Я баунс на топ 2 забираю. Ну как, одну забрал, одна лежит. Книгу себе бери. Че, идем в топе Сларка выгонять, я лечу. Давай, я правда без льды 20 секунд лечал. Ой, там нормально. Выложи на базе, выложи. Ой, колечко. Выложил кольцо. Идем товар, сейчас ката на 10-й. Да, можем. Ну, он с вардом здесь, скорее всего, должен быть. Да, не просто так стоит. Не, без варда. У минера там левела нет? Ну, короче, вижен стоит. Обследуй. Мы в топе тавр. Я в лес ушел. На самом деле мы можем с бессмысленно, типа, через после тавра выйти в лес, и как-то тавр становится. Ну, сразу же у нас полностью лес открывается. Я с гриппом. Выйти на вокера сейчас могу. Можете два миду убить. Или ты сам. Давайте даст дам. Давай. Смотри, куда он идет. Еще давай этот с мака дам ему грипп. Миду ката, я бегу миду. Ну, мидус. Нажимай. На месте по... Бля, что это он делает? Я первый начинаю степ, да. Давай.
Я перед этим, Артем, ты не успеешь. А хороший. На фрэн не спаю. Че, давай, 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 мужик. А мы и не этот? Ага. Что-то, конечно, они какие-то ватные. Так, да, давай дальше. Осторожно, слышишь? Вот это надо аккуратно. Давай, давай. У нас пока карта стоит, стянем героев. У него вард не должен где-то сверху. Задать, чтобы... Да, 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 я знаю, сейчас. И сруби, сруби родной вот здесь вот эти. Деревья. Да, оба три сруби там или одно. У меня пока нет, я топором. Мы 105-2 парня забираем. Отлично. Почти сломали. Так, уходим, уходим, уходим. Вот и педаль. Фура тоже Фура хочет лететь. Прямо половину опцию. Ой-ой-ой. И засли плейнвокер, засли плейнвокер, уходите. Отлично, отлично. А, окей, парни, в топе 4 героя у них. Сларков ульты тратится? Нет. Они будем тратиться? У меня нет ульты, мне лучше не надо. Они очень много времени тратят. Еще подальше. Осторожно на миду, слышишь? Вот, вот сюда, не подходи к деревьям, короче, вообще просто. Теперь талант так танцы возьми, буду просвечивать. Да. Он там фармит. Вот и стоит антимаг, которого они могут выгнать, парни, он фармит. Топим мы стоим, прежде не даем ему, типа. У меня 10 секунд ульта, если хотите какие-то. Ну тут 3 героя будет по-любому. Смотри, так что мы не должны агрессировать здесь. Если только инвокер. Да пусть стоит, у нас вон мид включается. Там скоро должен быть уже орчит на фуре. Очень скоро. Может уже есть. Так я эту пачку иду заберу. У меня грипп откатывается, могу выйти вверх. Да мне кажется, тебе стоит свой спиритом играть. Мы вдвоем тут. Ты можешь под антимага бот на фуру выйти тоже нормально. Они могли тут смог нажать, а тут пройти аккуратно. Ну я первый стану. Лич в боте, нет, лич в боте. Нормально, давай дальше. Давай, давай, я сейчас подвожу. Там у нас манга 3, ребята, в магазине. Если будет возможность, поставьте мне. Да я чисток пока нажал, 7 уровень. Они в бот выходят все под антимага, как будто. Давай смаканемся с тобой. Пойдем сюда. Я тоже подожму. Слишком много. Он с орчетом полетел. Хорош. Почему я с тобой не поделюсь? Баха, дон пас, где? Да, да, да. Без ульты, Спарк. Хорошо, хорошо, молодцы, ребят. Вот один, там тут есть бочки, не знаете, на Т1? Не должно быть, он тут не играл. Он играл на мидос. Не-не, ну здесь не должно быть, здесь реально не должно быть. Вот центр рядом стоит, и тут никого не должно. Сейчас, он вот в топе. Мины вот здесь мины, и вот тут где-то мины. Он качается и под собой мины стоят. Это обычно красные. Зеленых именно тут нету. Поставлю, поставлю, ёб твою мать эту. Надо вот тебя слипнуть, извини. Да не, я мог тычку дать. Я поздно услышал. Фуралич, торчили. Фуралич. Так а чё он себе позволяет? Так, мужики, не передавите, у вас столов нету. Можем отойти, да. Надо сейчас Т1 под мидл, под... Да, я могу подойти. Я панти забрал на самом деле. У меня через 30 секунд... Давай я здесь с собой после. У меня через 30 секунд кнопка... А, дропни панки, я на базе поставлю. Слышите, ребят, через 15 ульта будем мид бить? Да, давай. Только там мины. Надо с птицей аккуратненько куда-то сюда ее засунь, и я тут мины прочекаю. Да, да, вот ага. Правда, она на вижене, но... Ладно. Смотрите, парень, ну там немного, там забрать, одна бочка. Допустим. Забрать товар, потом переместить за топ, до 20 минут попробую снести товар еще раз. Ну, не забывайте фурию арчит. Вот с этой стороны могут быть мины, надо играть сейчас под низом. Типа заходить на товар под низом. Ну пусть просто этот кабаны и биста пушит. Да, да, да. И тут у нас карта, как раз все замечательно. Ну они подходят. Я тоже сейчас пойду. Фури, он сейчас будет подходить. Ну что, он меня видит, что ли? Он на, не на мины базе, да? Ладно, я очень плохо позицию держал, сори. Так. Расфокус, парни, там Сларк подходит, вам надо чуть-чуть выйти. О. Старк за мной, старк за мной. Не, не будет, не будет.
Но в целом хорошо, мы коров не потеряли, все отлично. Парни, а, ну да, сейчас нам с тобой на беседе, ты иди в топ, я возьму с три пачки с три. Я три пачки с три беру туда. Пусть антимаг распушит лайн, ты вот сюда вот иди уже. Да не, пушьте, я в треугольник останусь. А, ты в треугольник? Ладно, пусть без фармит. Зафармить это что? Лишки. Смотрите, нам вообще в идеале занимать их треугольник, потому что здесь мины. Ну, либо, да, если осознанно хотим на мины. Товар, он каленый, ну, давайте, его, хорошо. Только там надо с фишем очень аккуратно, там очень много должно быть. Иди вперед, я тебя слиплю, если чё. Так, есть центра у нас есть, правильно. Я расставлю сейчас, смотритесь. Я сетку дропнул. Ну, сюда дропнул. Смотрите, где-то на лайне может мины быть. Философер. А, вот я и боюсь на лайн выходить вообще. Ну, философер себе бери. Ой, вот нашел походу. А, нет, это один, ну, там мало. Там зеленый, да? Там антимаг, если двойной капитал, на антимаг, конечно. Ну, все, у нас тут все за этот зачекано. Вот тут могут быть мины, разве что. Просто тавер пуш. Я просто... Сейчас на экспачке подойдет и тавер. Надо активную под 18 за контроль. Ты сейчас играешь где-то здесь, на антимаге аккуратнее. На антимаге наша стройка с его должна быть. Хотя я докину сейчас куда-то опс. Ладно, я его заберу. Давай. Можем задефать его как раз, 20-й еще. Или мы пойдем отсюда? Нет, нет, они нашли. Мы открыли парня, вообще. Просто мы даем спейс в антимагу, парни, и все. Только дурно появился. Я бы взял, я бог. Сейчас снизу опасно. Надо так организованно выйти. Ой-ой-ой, там два центря, зафармите. Запушить мид и заставить их стянуться, типа, под миду. Да, мы можем, как говорил Тимур, можем тройку назвать. Только у нас сейчас апсы есть. Нет. У меня есть два снаряда. Смотрите, 20 голды до третьих. Мины, вот здесь мины, вот тут мины. Сейчас они кра третьи летят и будет более. Вот здесь очень много. Я не могу сломать. Ага. Все. Смотри, вот это я ломать не могу, только ты можешь сломать. У меня рейнджа не хватит. Я могу выйти в бот, с Ларка ультануть. Не надо нам этого. Не, на самом деле нет, 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 там нужно так же. Нам нужно подвижен ломать вот здесь. Там очень много, не подходить вообще. А, все замечательно, кабаны ломают. Их там очень много под бот тауэром, не знаю. Ну взорвались тут, а взорвались тут. Ну ладно, да, мы разминировали, давайте забираем этот. Смотрите, я разминировал. Тут лич, бог какой-то. Вот смотрите, лич бегает. Вар поставил. Пары? Так. Ну мы позицию да, похоть за ним. Смотри, я вам пост бахач автопись подойдет. Не-не, они Т2 не спущены, я не могу. Да, точно. Пойдем, пойдем сюда. Бля, если только у него здесь обслуг не стоит, конечно. Ну а че у меня не едет, конечно. Опа, там все-таки было. Нам надо метавр писать. Ну, ждать твой Владимир. Книгу, кто хочет? И... я возьму. Так, подожди, чего тебе положить? Я волшебный попал. Ладно, бери. Го в топе подрошу, сыграем нас. Давайте. У нас хороший вижен в топе. О, нас разбили, но... в бот точно не нужно идти. Ну, парни, все, здесь точно у них нет. Можешь играть спокойно, эти маги. Ну, в принципе, в уровне нету. Мы можем немного побить с катапультой? Чуть-чуть побить с катапультой. У нас есть... прям вот капельку. Если спушим быстренько грибов. Можем подошла же выходить после Т2 сразу. Да-да, вот здесь не вокер стоит, вот тут прям стоит. Сейчас нам в тыл зайдет. Все, отходим, 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 отходим. Пойдем, Бадрашан. Гоу-гоу-гоу. Я запушил тут. Так, давай там секретные лазейки ищи. Как умеешь. Не, он даже не вот подсвечивал. Вот парни, у них два арчида. Да-да. Че, мы бьем Рашан? Да, здесь пусто. Так нам вот тут ничего не видно, да, не очень хорошо. Фига ты показываешь, я запомнил. Ты с топориком это потому что, да?
Да. А, вот, сзади хотели давайте. Я бы вышел. Да, о, файн. А, у нас что-то серьезно? А как мы погибли все? Ну, не зашел. Ну просто они под нашим визом заходят нам лицом, чтобы дальше бить Рошана. Не реактить. Надо было убивать леща. Well, really ладно, надо, нам тоже кто-то не бьет. Ой. Надо мид-то один дофить. Ладно, не можем лесу не подкидывать. Radiant structures are fireproof. Они очень слабые драки, нам надо всегда драку рваться самим. Типа, у них течес. Нельзя бояться. Мы не можем его убить, он один абсолютно. Он у него Эгис, он думает, что он типа этот. Мы же два раза его можем. Давай, бах, иди, у тебя. Я на самом деле на самку посмогу выходил на топ-бон, на топ-10 территории. Просто если смог, мы смог нажмем. Я сейчас поймаю его, скорее всего. Ну давай, пойдем, нажмем смог. Так ты можешь лучше соло смог не тратить, мне нужно сейчас из-за этого подождать. Подкоров. Ну вот он, ах, чуть не успели. Я сейчас там вижу. Давай, Эгис, давай, Эгис. Тут мин, этот мин. Все, это далеко уже. Че, можно в топе убить фуру дуэм? Фри, фри, фри. Гоу, гоу. Он идет, скорее всего. Он слева стоит, просто поищи слева. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. They can call that one the control. Че, он байтит меня, мат? Степлс. Никого не видно аккуратно. Ну, вообще нам по сути фортить ничего не надо. Как бы фармим антимага и все. Антимага фармим. Просто можно предложить. Можем в боте подождать? Просто вот давайте я буду ждать в боте, короче, когда кто-то подставится под нашим тауэром. И те, кто загуляет, мы ловим. Если никто не загуливает, ну как бы и бог с ним. Я в тебе бачку. Тогда поймал. Норч там как бы купил. Я только на фуре буду на самом деле стоять. Ну, если мы им не даем бить, то он умирает. Пойди, он там за два нюка умирает. Твои мои. Скинемся. Баунти 20. Ну, 15 секунд. Ну это неплохо. Где-то здесь, кстати, вижен, похоже. Почему он так еще прыгнул? Это мое. Не играй там, не играй там, не играй там. Можешь лес немножко шипеть? Я не беру. Они все там. Да, да, да. Ну они сейчас нас зажимать будут. На этом варде можем. Да, да. Я сейчас лечу в бот. Я с глимером, я подберусь. Хоть не только идите здесь. Там найти же сладко, похоже. Давайте быстро, блин, зайдем фурьона. Там двое инвокера. Да, баки бы у них привезли. Ага. Хорош. Бот бегут, надо с бота сразу уходить. Да, не все бот бегут. Они без фуры, можно байбек. А чё, бакер, вот здесь? А не дом бочки. Ну, если меня убьет, это не страшно, типа, в размен на это вообще похер. Нет, нет, нет.
БКБ, наверное, окей. Вообще, если кто-то в топе подокажется, то можно... Ты знаешь, антимаги ботл? Я ботл выложу. Да, там? Ага. Инвокер ТП, инвокер ТП на топ. Инвокер просто обидел. На антимаги главное вот сюда не зайди случайно. Да-да-да, там... Прям вообще не расслабляйся. Таймлер вышел? Нет. Смотрите, зеленые вот стоят вот здесь. Покажи мне, я подборжусь. Здесь этим довольно много. Я покажу. Так, ну у меня Владимир сказал уже. Ну я возьму телескоп, прям не себе. А, сори. Вард. Бой надумал, нужны. Нам нужно еще один просто. Я сделаю. Если таймер Эгиса есть, можно по ДД просто антимага вытащить из бисмастера. Ну просто надо понять, куда выходить. Ты че сыграл здесь в последнее время, когда мы его видели? Вот тут. Тебе нужны яблоко? Нет, нет, нет. А хотя давай я яблоко заберу, да, заберу яблоко. Яблоко нам. Тимур ВК ответил, сори, виноват, ошибся. Типа... Чё он сделал? На 10 минут опоздал, типа. Проспал. Наш яблоко. Да-да-да. Инвокер тут играет? Здесь инвокер, да. Под утром на самом деле можем выйти, как у Сларка, типа, на кончится. Просто нагло выходить. Инвокер Эгис кончился, у него спайдер лекс. Можешь здесь кого-то ловить потом? Тэчит минирует тут. Минирует тут. Надо сейчас тут немного раздифузить и потом уж там стоять играть. Лично просто смотри поставил. Загляни не крачем сюда, вот сюда. Может здесь оп стоит. Обычно туда придет. Опа. Он один совсем, кстати. Он совсем один. Я могу подцепить. Вы далеко? Я подойду, кстати. Не, я не успел чуть. А, нам тут поймали. Фара ЛДД уже активировал. Мне скоро 3 БКБ будет. Чё, мы с ДД не хотим вон фуру убить какую-то? Гоу, 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 гоу. Их 5. Они все за ним. Фура улетает. Фура улетает. В тайминг. А, сюда, ставь реминанты на углы, вот эти два. Хорошо, хорошо. Через... Да, вам просто хватит бы. Да-да-да, через минуту будет так сказать. Сейчас Сларк может сместиться вот сюда пофармить. Я могу здесь его подловить. Вот здесь, по-моему, были мины, нет? Да, идет на этой же. Вон стоят зеленые. Ой-ой-ой, да, да. Your bottom tower has fallen. Хорошо, парни. Можем пока... Проверил тут? Вот здесь бочки стоят прям. Опять бочки еще раз. Че, мы понимаем, как это раз? Нет, че в прошлый раз неправильно сделали? Если они выходят, мы сразу принимаем, правильно? Ну, да, нужно фейкануть рожку и выйти. 3 БКБ. Куда сходи. Они могут быть смоки, мы никого не видим. Да, они смоки. Он вот здесь бочки стоит, на минер. Зайдите на Рошана, может что-нибудь, нет? Фиканите или что? Надо их выявить, а то они сейчас по боту будут нас пить. Палет, пеньков. Вот эти, да, пеньков вот надо убить, типа мы с Рошана вышли убить пеньков. Смоки стоят вот тут. Надо, чтобы отсюда не пошли. Обходит уже.
Аврор, культ. Ага, хорош. Там пара ДК, пара ДК. Я сейчас пинкос. Хорошо. Так, Сларк живет сзади. Он сейчас свяжется с кем? Ладно, тоже бэк. Да, вижу. Сларк нет БКБ, нету ты. Я захитексил. Инвокер заслипан, инвокер заслипан. Надо антимаг помочь. Буклинг. Фара без бала. Фара без бала. Фара что, у нас дымы не крутые. А, нет, вижу, где стоит. Что-то второй раз на Рошане мы не можем подраться нормально. Ну антимага мало получается, чего не хватает? Сейчас что в драке мы неправильно сделали? Я просто не хватило, инвокера долго били, он БКБ стоял. Я думал, инвокера уже били, сразу фуру продолжил, он бэйбэкнулся. Ну, наверное, инвокер также бы бэйбэкнулся, если я не урордовал. Остановились все-таки прилететь инвокера. Соответственно, через этот нежели. Ой, да. Ты что, у нас еще рекордит у меня есть? Какая тушка! Там Латрон покупает. Ну, значит, пусть куплю и все. Там ПП, когда пасы надо брать, но второй будет подлакаться, если мы бить будем давать. Там сейчас он изи побежит на инвокера искать фраги, по идее. Слушай, там Хекса. Точно здесь стоит. Ну мы отдаем. Слаг бежит, Сабис ломает, Слаг как обесал. Мы его не убиваем? Нет, там все. Там все наличие, там. Лича гем, если чё. Здесь опс стоит, у них опс тут. Здесь куча мин. Парни, спра на миду. Есть? Да, тич сошёл. Я думал, вот здесь меня. Оп, стоит, блядь. В топе, он тебя сейчас найдет за хекса. Фура, ты пешит к вам. Я тебе форсну сюда подойди. Фура, покупай. Она просто будет откидывать. Your middle tower is under attack. Там пойдет цеплять конечник, по факту, ну если... И бот и лайн толкай, или качайся в боте, пах. А, у тебя ПК, да. Я тебе форс... Ой-ой-ой, я ошибся. Извините. Особи сам, сейчас пойду. Я не хочу прибавить здесь. Репер-кит возьми. Ну вообще нам не надо это типа коммититься, просто репер-кит и еще глифанем и все. А пачка скипнул миди. А бочка одна. Я гем купил, баха гем забери. Сейчас, давай. В целом на стандарте саппортов я так и так без гема убиваю. Если что, против нокера. Тут есть что-то? Тут одна бочка стоит. Но лучше не ходить. Ну хотя. Не понял, а почему видно было? А, он огонь выкладывал, потому что это бузил, ман. А, Игис выйду.
Я дам, я гриб дам, я гриб дам. Ага, хорошо, понял. Ну он слишком много. БКБ нажал, парни, 100 секунд покера не надо. Вот здесь опс, надо вот здесь опс. Давайте просто с гемом в пятером по линии пойдем. Он не минировал фазу, я практически уверен. Но все равно у нас есть гем. Я туда есть танцевак, оп, я заберу. Пойдем. Только аккуратнее постараемся. Я бегу. Мама бы синица. Ну нет, дадут эту ушку, по идее. Идем хг поставить. Так, идем хг, да. Поставить на ушку. Опс, есть, да. У него нету таблички еще. А, я вышел. Он потратил ресурс. Ну, ты можешь добавить за форсом? Ну... Вроде... Так пушим, пол вышки уже упал. Мне кажется, ты... Попугает барак. На, гул. 10 на кладке. О, не хочет байбек отстанется. Так там нет, может быть. Все, отходим. Просто отходим. Правлите. Я стопался, правильно. Там гаражан опять нет, да, ребят? Или есть? 2-0-3 был. Третьего точно тебя давать, возможно там мины? Но таблички у него сейчас нет, точно. Лампа. Я фуру хочу в боте поймать сейчас. Сам поймаю. Но они навряд ли будут. Если лампа никому не нужна, я возьму. Нужна кому-то? Бери. Надо... Активная. А, ну забей. Насчет. Лампа хик просто? А, да, хик. Здесь вокер, вокер. Ой, Сларка гем тоже еще один. Ебать. Вы снова вард, играете. Здесь снова вард стоит у них, опс. Там хекс Блодторн, если че. Еще раз шелкнуть инвокера и все. У него наш мотор. Они сейчас с пятером будут бегать, мужики. Я фликер забрал на самом деле. Вот не был. Фликер, заберите фликер, кому нужен. Посмарка. Они в боте, по-моему, бегут. Я бы забрал это. Дропнешь на базу. На базу или я могу здесь? А, или это здесь, ты здесь. Может здесь на КК принять кого-то? С интерой? Инвокер какой-нибудь забегает, что ли? Ничего не видно. Вот здесь, стой, баха. Чтобы этот, с той стороны зашли, можно вот так отбежать. По идее, нас так не должны обходить. Ладно, я в топе вам пост пока заберу. Давай. Если что, я прыгну, если фура будет на тебе. Блин, инвокер. Че, глаз прилетит, мне фура не страшно. Но они наш бот план где-то забирают. Давай заберусь. Стоп, пилайн хорошо прищает сон, так что все нормально. Они в боте на пачке хотят поймать кого-то. Потому что у них два лайна, потому что все не показывают. Я могу поймать инвокера с большой РНЖ. Принимать его? Фура в топе, смотри. Есть вард, у них есть вард стоит. Я в фуру прыгну сейчас, смоешь? Хорош, лучше. Фларк летит, смотри еще. Я просто сейчас выйду? Я ушел. Фларк лечит и паут. Мне сбил. Я ухожу? А, не дал. А, он меня сбил. На пласт секунд. Я пожадничал. Там бочки стояли, офигеть. Чуть не бил меня на бочках. Главное, чтоб сейчас Рошан не заспавнился. Да нет, вру, парень. А, то есть Рошан уже есть? Нет, нету Рошана в этом. Снять. Но он уже не заспавнился, значит на 43-й будет, наверное. Сыр сладко. Что там? Сыр сладко. Не, вот здесь вот. Сейчас я. Ё-моё.
Мы что, ждем антимага, парни? Получается, да. Че, есть что-то там гем? Надо в боте подвардить. Рош шапнулся. Че там? Рефрешер. Че, в боте подвардим, бах, идем? Да, да, гон, на самом деле. Они в нашем, а, они нет, в нашем лицо будут. У них фура лестница, она сразу будет в файте, нам надо это. Да, я без антимага не выходил. Здесь очень много мин, вот тут прям должно быть много. Вот тут вот. Он там долго был на тачке. Тачки бегать. Я в топ пошел. Надо посвечивать по КДР Шану такой. Да-да, я свечу, выпустил. Он внизу гиря бегает, а. Сука! Сори. Он внизу гиря, да, там останник Сларка, если что. Кексу Уокера боюсь. Стал приз. Бах, опасно, он там на мины тебя заведет сейчас, нет? Как же он на инвокере гоняет? Здесь не убьем его быстро-то? Ведь магия нет, да? На ППС. Не знаю, можно просто смог нажать, ведь типа через смог, как он кинет. А здесь лид обсерит. А он без лаву как-то выходить. Здесь лид обс прям на этой хрени. Да, а если бы сами окреп прыгнули, мы бы убили бы его быстрее. А, я согласен. Есть бейбэк, ребят. Ждем без мастера. Вообще с базы не выходить. Пару пункт на базе просто. Репарикер выложил, надо бы на боте, может похилить или потом... Да, надо на боте. Не больше. Они роты стали бить почти. Да, там мы можем хорошо уже. Чё, отдаём что ли получается? Нет, как-нибудь можно законтеститься. Ну можно байонса навести и тогда... Да, там минус расставили типа и... Чё, баха подвардишь здесь? Или чё там боишься? Я боюсь, что нет. Рошан has fallen to the dire! Таймер запишите, 47-54. Иллюзии, фарми вот эти вот споты где-нибудь вот так, вот так. Да, хочу провести их тут. Сатаник. Рефрешер у него два хитца будет. Они бегут, бегут, бегут за иллюзией, это антимага. А вы тут сняли ворот? Нет, мы только. Блин, мы сняли. Ям. Я бы поесть, если что. Но они лукса гем не видят. Я поймал кумира. Да-да-да, я не отвижу на него. Можешь типа блинк-то нажать, а потом фликер с фликера спрыгнет. Ну, кстати, да. Ладно, я повел курьера за гемом. Конечно, скрине нет. А, и курьера, походу, тоже нету. Мунку покупают на инвокера. Сука. Баха, за контроль курьера? Я отведу, я отведу. Да, Баха, я пойдем отведу. Кстати, Баху убрали наконец с этим. С камерой вот этот. Перегонки. Radiant's courier was caught in the crossfire. Террасу делают. Че, он тосики, они в топе захотят законтролить. И в боте. Ну отдаем. Никого не макер появилось. Это иллюзия. Кстати, Лебарда по линку сбивает лоу, прикольно. Да-да-да. Че, забрал кем? Да, забрал, забрал. Да, это надо сломать, кабанчик сломай. Вижн дает. Хорошо. За мной компания. Сантракин, сантракин. Сантракин только наша. Можем сейчас хотеть на этом роде кого-то поймать. Я попробую сейчас туда выйти куда-то поглубже. Это все распутал. Этот раздавартил. Здесь вижу. Опа. Куда это иллюзия? Струны, да, иллюзия? Наверное, да. Mm.
взорвал там что-то. Надо чуть дальше, чуть глубже. Они сейчас к нам могут прибежать, парни. Да. Ну, мы подвижно можем принять драку. Ну, а до сих пор, если что. Там стак будет по ниндзигерам. Постоянно со спины забегать. Там глиммер, на глиммер, глиммер нажал на этого. Сенс на базу летел. 40 секунд до конца эйс. Ладно, я его по сботе заберу пока. Хотя... Я пошел играл сколько. Да, ну вы вроде я, но... Через минуту, да, я есть дропница? Через 20 секунд. Мне есть маги? Там кираса фурина появилась, с этой кирасы. Ну, похоже, мы нокер убить, потому что фрейм байбекнется, может сразу полететь. На топе большая. Смакаемся? Смакаемся? Я в любом случае на спорта буду сидеть. Вам на бисмастере кому-нибудь желательно этого подцепить фуриона, а антимаг должен на нокер прыгать, а я буду на спорта сидеть. Я постараюсь фуриона законтролить. Но у меня урона очень мало, я только законтролю. Урон не нужен. Че, будем драться? Связал на упор. Я тебе форс. Утонул, по двоим кором. А вышло. И БКБ закончились, пожалуйста. Бах, ты там сейчас один. Ну ты на. Выйдешь? Или. Можем еще драться? Ладно, он вышел. Не, они вообще хоть что-то потратили или как вообще получилось у нас? Они все БКБ потратили. Вы нажали бах. То есть надо прям сейчас смокаться, нет? Ну мы тоже без пола. Я со спулом скоро. Да, у нас в принципе антимагия есть. На 10 секунд на БКБ есть, прямо сейчас. Можно смокаться. Да, на самом деле можно прям сразу смок нажать. Жми, пойдем. Чем иду? На голову, на самом деле. Парень, смарт. Вправо улетел. Вот он, вот сюда упрыгал, туда. А че, не можем эти пройти? Угу. Ничего. У меня же нету. На Юлбру, мы подтянемся. Мы их видели, причем. Уходим. Я на леча собирался. Где ты Альбарду ему дам. Я бы вышел, парень. Нам этот надо повесить. Повесить репэйр? Один репэйр есть, да. Или тогда уже не на эту вышку, а на барак. Хотя, не знаю, все равно потеряем же. Нет, не надо ничего вешать. БКБ, да, конечно. БКБ назову. У меня форска, да? Сарк себе. Вокер, Барин, Вокер. Там на минере может быть скоро 25-й, пока нет. Ну, мы его не видим. Но он двоих залутал. Он с командой залутал, там двое трое было. Прямо в топе сейчас буду искать. Ребят, у нас вроде по кнопкам все хорошо, а у них... Лич байбак. Где же, блядь, мины здесь? Да-да-да, еще. Зачем лич байбак? Ну, хорошо, что ли? Парни, они подрошаны, а они куда они уходят? Они мирят Рошана. Мины подрошаны дропают. А птицу надо было туда. Ой, да, там... Я пошел бить.
Дорожан еще долго. Нокер, нокер с блинком, нокер с блинком, нокер с блинком. Я глиммер кинул еще. Блинки от скинка. И форс. Ну, лотус на бесте нужен, мне кажется. Надо выйти сюда. Надо выйти. Окей. Да у меня денег еще не осталось. У меня лаги какие-то, ребят. Я... И этот, глиммер. У меня лаги, я не понимаю, что происходит. Это будет плюс? А... Понял. Ага. Я выйду сейчас в инвокера. Ультанешь инвокера? Ну я в пермачхек. А тут есть? Там же нет лаги. А, я бою, я бою вас. Парни, парни, чейзим. Ничего. Нечем сбить. Тут он лаг. Он без бая, он без бая. Лич без бая. Возможно, в расшпите. Нам уже. Здесь вар стоит. Без байбека инвокер. Надо чекать Рошан. Там и глич из Эйка, парни. Рошана минимум еще 4 минуты. Готро? Что, вы того не хотите? Да, давай. Можно попробовать. Надо пачку. Там два героя без байбека. Возможно, ты что? Пачку только как пол засовить. Пачку вести там фура этот. Если фура пролетит на базу, я ее зацеплю. Ну и бесконечный такой. Да, надо вместе, ребят, подойдите к нам тоже. Угу. Ну, я думаю... тебя смочу, я хочу, чтобы меня Старк убивал. Еще... Готрон, Готрон, просто бегал. Давай. У него рапира. Надо. Я могу в него прыгнуть, смотри. 5 секунд у меня рапира. Бейте, просто бейте, не прыгайте никуда, не комиссия, не бьют нас, он никак не убьют. Окей, окей, окей. Усейвьте. Они втором пушат. А, нет. Не, фура баракет просто пушит. Не стой, парни, ломайте фура, ломайте фура. Летит обратно, хуй. На рапира. Сломанка. Фух, молодцы, ребята. Жесть. Слишком затягиваем, там слишком. Мы ничего не делаем. Вроде все у нас на топе идеальная линия была, а потом Старк вышел какой-то. А типа чуть мне тяжело было, потому что типа он с прессером пришел на левой минуте. Вроде тоже антимаг при фарме. Ну мы закинули на Рошане первым самым. Да. Там просто именно кнопки плохо нажали и подвигались плохо. Ну ладно, хоть выиграли уже. Ну да. Мораль. Но опять-таки... А, 20 тысяч голды. Ладно. 20 тысяч голды. Жестко. Как они... Мы 20 тысяч проигрывали, серьезно. 25 даже тысяч. Байбеки зарешали. Да, да, байбеки, конечно. Спасибо им, боссик. Она, конечно, ужасно сыграла сейчас, сори, гайс. Да не, все нормально. Не каждый день просто с такими известными людьми играю. Я таланта на 15, короче, мискликнул, потом хотел взять себе, короче, мэджик билд, потом передумал, начал фит билд. Да я вижу, да, там что-то бутстон доедалось, то есть. Погоним, там понял, что гоним фигня, лучше вместо гоним бутстон, взять, чтобы манера не умирали. О, меня забанил у тебя в чате, Тимур, за секунду. Чё случилось? Я просто вопрос, а вот разбанило. Ну, сейчас только для ХЛ. На автомате, наверное. Ты да, подумали, что ты спойлеришь. Я не просто на вопросе, да. Ладно, сори. Фух. Ну что, молодцы. Хорошо. Ну да, надо посмотреть, наверное, чем мы там. Почему мы так в Рошане проиграли сильно. Дисциплины не хватило. У нас как бы, ну, дефолт проблемы, типа, искать не вкладку, даже без Тетчиса. Не хватает какой-то этой правильности. А теперь пасхалка для тех, кто досмотрел. Минута забавной расплаты. Надеюсь, все помните Sensibility. Во-первых, он сейчас играл против нас в команде инбосика. И во-вторых, этот человек адово меня хейтит. У меня были ролики на канале на эту тему. Можете, в принципе, поискать в гугле. Ну что ж. По-моему, карма настигла человека. Sensibility против нас. Минеры сейчас скрин. Забань Ликана, пожалуйста. Блин, я уже забанил. А, ладно. Не страшно. Я рандомный герой баню, потому что они все равно не банятся. Слабанов достаточно. Поставь минера, чтобы они понимали, а то они сейчас не понимают.
Я, мне не дадут дать... Мне во второй стадии надо пикать, иначе меня там законтрят в хлам. Let Traveman Minor, please, bro. Got up, Tiny. А, у нас же, подожди. Да что происходит? Ты, куда у нас идешь? Ну, на 5, видимо. А, Sensibility думал, я 3 часа возьму. Так, понимаю. Ну как бы я дабл рейтнул, не знаю. Я же сенсибилити верю, но не настолько. Но он... Этот сенсич... Он катастрофит очень много дотя любит. Еще ничего не так пойдет, не по его, знаешь, плану, он начинает херней страдать. Я за сегодня два раза у него героя угнал, получается. А он у меня, по сути. Одними и теми же героями размениваемся. Ну все, на этой положительной ноте заканчиваем. Спасибо всем за просмотр, надеюсь, настроение поднял. И жду вас всех сегодня в 16:40. Будет игра против команды Альтаоды. Жесткие типы, на самом деле.